сам нахуй папки идет нахуй на ультрах, понял? Да. Вот я же тебе говорю, у него фпс-ка стабильно 60 с вертикалкой. Вообще не проседает. С нами есть бичи. Я говорю, ты чувствовал, блядь, купить такой... Пиздец, блядь. Я вот не понимаю таких стабильных. Блядь, я только долетел. И, кстати, я посмотрел, что характеристики с компабом будет. Не сели, они вниз упали. Да с нами здесь есть, в смысле вниз упали, блядь. Я не знаю, я смотрел вниз, чуваки падали. Вниз упали. Че, рили, нет? Ну да, я же говорю, я летел, полетел встать, чувак вниз улетел. Может, он где-то тут бегает? В этих, блядь, помойках. Бля, нету нихуя вообще. А, ну суть эти фильмы, по его характеристике, как он вообще нахуй папку стримит, ебать, у него просто ведро нахуй, не помню. Да, я знаю. Есть крак тут лишний. Заберу. А есть какая-то штурмовка адекватная? У меня эмочка только. Заебись, у меня вообще нихуя нет. Два дробовика, блядь. Дробовик в теме. Тут ебашил папки, нихуя не лагало, сейчас я посмотрю. Вот сейчас вот зашел, блядь, в паки и пиздец. Подфриживает немного. Где настройки, коряк? Да-да-да, на крыше самой. Кстати, оказывается, блядь, в реале качество получше, нахуй, если очки надеть. У меня, блядь, ни брони, вообще нихуя нету. Я одел мамкины очки, ебать, я просто прихуел, какое качество охуенное. Какое качество? Ну, у меня глаза, типа, а-ля... Вытекают? Ну, блядь, немножко, знаешь, как там расплывается уже. На далёкие дистанции. Ой, ебать, что за фрезы, нах? Вот я ж о том же, вот меня подстрижило. Ой, ебать, СКС-ка. Хуль ты не сказал, что у тебя тут СКС-ка лежит? Нахуй, она надо, если там коряки. Ну, так, блядь, лучше, чем дробовик в руках, нах. Ну, да. Там лут летит, блядь, у меня на улице, блядь. Еще один коряк, блядь. О, касочка. Саша, ты ювелир. Пошли вниз на 70. Ну, пошли. Не кстати, вот, сука, вот меня бесит вот эта хуйня. Какая? Вот этот Сан-Мартин, это единственная хуйня, где у меня лагает. На этой карте? Да. Сашка. Мы сейчас, конечно, проорали с ним, ебать, в ВК, нахуй. А кто тебя звал? Ну, ювелир, помнишь, Саня? Ну, он тебя звал, да? Да, в концы зовет. Прикольно. Тебя тоже можно пристроить туда, если хочешь. Да, я не буду играть в эту, по-моему. Леша там же ему говорит, я говорю, хочешь ли я тебе бабку нам? Блядь, ну если ты пойдешь, его возьмем, знаешь, типа такой. Ебать, что с концами? Конец концам? Не, ну там, кстати, блядь, говорит, платить будут охуенно. Угу. Блядь, чуваки там с калашами дерутся. Ну, слышь. Здесь вторая каска. В доме? Да. Сейчас приду, заберу. Это, кстати, я не понимаю. С тобой, сука, когда играешь в папку, такая, блядь, напряженка постоянно, нахуй. Потому что мы не улетаем в ебуня, нахуй. Не, я же говорю, так с кем не играю, нахуй, папк? Мы с этим вчера и на сосновку прыгали и выживали, блядь, бомбуча. О, юмп, хули молчи, что юмп. Я не знал, тебе надо именно. А ты играешь, сука, с тобой, блядь, пап, вот я не знаю, такое ощущение, что... Что? Ты, сука, на кибер-турнире, блядь, где-то ебашишь, нахуй. Почему? Ну, не знаю, блядь, вот просто... У тебя аура хуёвая.
Нормально у меня аура заебал-то. Блять, надо играть в папку спокойно, вы вчера реально играли, ржали нахуй, ебать, просто катки шли на ура нахуй. Я пошел в красное здание там высокое. В красном здании? А мне, кстати, чувак вчера с читами нахуй был, через стены ебашил, прикинь. Нормально. Я за ним смотрел, вот, стреляет недалеко. Да, это задумано. В красном доме напротив. Вот, короче, вот на этом доме, что ты сейчас, я сидел на крыше, понял, Миш? Ага. Лежал, можно сказать. Чувак, блядь, стоял внизу под забором, понял, ебать, он мне въебал с коряка, нахуй. Нормально. Сейчас бы через стенки стоять, это вообще... Дом лутанный. Ну, похуй. Конечно, штурмовка пиздец просто. Трехвыстрельная. В смысле, трехвыстрельная? Ну, это куета ебаная. Ямочка, что ли? Да. Ага. Пацаны. Всем привет, с вами как всегда Шиморов. Пацаны лутаются и проебывают приколюхи. Кстати, меня, сука, надо клаву менять уже, нахуй. Один залипает. Вижу, тело бегает. Где? И на 170 пошел после ангаров, да, они походу наверх собирают. Ну он собирает. Я пока его не вижу. А он на ангарах. Наверху что? Да, прыгает там. Ну, на синий ангар вот вышел, пробежал. Он ебанутый. Он сейчас пойдет на вот эту хуйню, походу, туда. У нас есть тачка тут, если что, кстати. Можно ее покараулить. У него тоже есть. У меня нет прицела, блять. Могу тебе дать этот ебанутый. 3Х? Не-не-не, не коллиматор даже, как он, блядь? Голограф? Да. Конечно, давай. Так он залут лутает там, короче, дом, на. Хуя CX-8, нахуй, где насосал. Блядь, я нашел его в туалете возле твоей стройки, на. Прикинь. Лол. Кстати, все качества, блядь, въебал, ну, поставил разрешение экрана, понял, блядь, вот это, Full HD, короче. Ебать, игра нахуй просто поменялась сразу же, нахуй. Тогда, кстати, на некоторых моментах она, сука, меньше лагает, чем с 1600 на 900. Nvidia, блядь, мастер оптимизации 3000. Mm-hmm. Впереди ебашит, блядь. В желтых домах, возле желтых. Я никого не вижу. Хотят? Нокнул. Вот, вот, а это ты его. Пошли. А вижу его. Его коряк. Заебись, значит есть прицел. Тихо. Добил. Чтоб не подняли. Вот друг там остановился выше. Если я спрыгну, я себя сильно поебашу? Ну, не сильно, но проебашу. Больше половины хп. Башит слева, аккуратно. Ага. Я хилюсь. Он там за этим, за заборчиком, на дороге. Тихо. Ага. О, там чувак вот этот, что лутал в сарайчике. Ага. Да решил в зону похуяри. Он съебался. Он здесь заборчик? Вот, где-то тут был, нахуй. Я его тут и убивал. Может впереди где-то чуть-чуть. Ага. Есть у него автомат? Блять, точку отдай ему, дела. Я тебе, блять, голограф. Да и забери сам свой голограф, блять. Блять, отдай Скорель. Да ты заебал. Ёбаный ты ублюдок. Вообще, блять. Да нахуй мне этот юмп. Бля, ну ты пиздец вообще. Патроны не лазят. Как ты еще скажи, я убил мой лут, блять. Ну.
Я убил мой лут. Ну похуй, я буду с китайкой бегать, вообще поебать. Она нормальная, кстати. Ну все, нормальная, я буду с ней бегать. Нормально, да. Так еще найдем. Точку отдай тогда, раз со Скорелью бегаешь. Давай, давай. Нытик ебаный. На, я тебе там скинул голограф. Бля. И пулик дай пятерок. Там в чуваке нахуй были, блядь. Мало. Я только 30 патронов лутал, нахуй. Хилы есть? Что? Хилы есть. Одна аптечка, блядь. А где транспорт его? Вот впереди, блядь, вот впереди его машина стоит. Тихо. На нас катит. Конечно, тут дорога одна. Поехали. Блять. Я, кстати, вот ору, блядь, ебать. Мы вчера с бабкой, кстати, ебашили. Чувак просто, нахуй, мастер стрельбы 3000, нахуй. Он с чего не стрял, у него вообще, нахуй, тут еще два трупа. Ну ты, нахуй, это хорошо. Хуя. Нет, не могу. Нихуя, да. Чувак просто, нахуй, на ходу попадает, блядь. Что, меня снял с лодки? Понял, что бабку, нахуй. Мы ездили, виляли. Бусты, блядь, есть. Садись за руль. Данты, блядь. Бля, хилов нет, бустов нет, нихуя нет. Сейчас я игру свернул. Скажи что-то. Что тебе сказать? Я хотя бы слышу из-за звука машины. Пальто нажрёт. Они уже не стреляют. Дерисов не дерисов стоит. Братан, не надо. Я жить хочу, ебать там. Пизда. Можно, кстати, подождать этих пидорасов, чтобы они стреляли. Они не поедут через мост. Можно тут полутаться, кстати. Бля, 20 бинтов с хилов, все. 12 бинтов, одна аптека, охуеть. Я нашел тебе точку. Да похуй уже, буду за колодром. Блять, меня так бесит, сука, в этой игре, ебаный макро с ним. Ой, да, блядь. Да, вот этих пидорасов, нахуй, игра станет намного лучше, нахуй. Вот ты со мной согласен. Угу. Три надо? Не, у меня X4 же. Тут вторая броня фуловая надо. Я нашел, нашел бы. Я вот так вот бесит эта хуйня, ебать. Вчера с бабкой говорю, катаем, катаем, такая хуйня, блядь. Если у тебя ПП, если ручка, это охуенная.
У меня есть она. Оставь, возьми. Ставим. Я говорю, вот, катаем с бабкой, ебать, тут я зажимаю с эмочки, понял? Ебать, фул обвесом с этой эмочкой имбовой. Я бегаю. Это у меня за окном машина ездит, спот. Короче, говорю, я стреляю, блядь, с эмочки нахуй, зажимом, блядь, фул обвесом. Понял, вот это охуенная, короче. Угу. У меня эмка по-любому дергается, понял? Угу. Это дергается, ебать. У чувака нахуй просто прицел на месте, нахуй, понял? Он даже не дергается. Пиздец, изи, ну вот, блядь, чистые макросы, нахуй. Зона идет, кстати. Я вижу. Так, есть этот, с 8 тебе. Ну, ништяк заберу. Бустов, да, один буст нашел. Так, варим нахуй. Тебе пятерки нужны? Ну, у меня 40 на 80, так что я бы не отказался. 40 на сколько? На 80. Впереди ебашат. Или это через реку, это через реку. В зону, надо в зону. Надо, Федя, надо. А я буду сожрать. Заебись, я бы тоже сожрал, если бы у меня был бы. Давай рещи, блядь. Ну ты ебать, иди. Ай, бах. Ну, убил кого-то с коряка, уебок. Давай постреляемся с ним. Дай X8. Еб, на красную точку. У меня есть, если я нашел. Нашел? На пятерок, 100 штук. 100 пятерок скинул здесь, возле тачки. Двое там. В домах? Да, зашел вот этот желтый. На первом его видишь, на втором еще. Вижу. Там два разных паки. И внизу заходит. Да, там двое уже внизу заходят. Ебать, пятерок приехал. Пошла борьба, ебать, чувак нахуй положил. Петя ебашит все, что... Поехали, полутаем еще что-то. Жди секунду. Что жди-то? Приеду, там тачка стоит, блядь. Хочу я сейчас прицел, а ты хочешь ебать нахуй, когда он поедет. Не сядет эти. Бля, мне похуй, я поехал в дома, короче. У меня нету нихуя, ни одного буста, блядь. Не, не похуй, блядь. Пятерки забрал? А. У меня 30 бинтов, нахуй, больше нихуя вообще. И мы не в зоне, блядь. Да нахуй она мне нужна? Потом. Хотя сразу поехали в зону. Ебать, бен скончился. Охуенно. Вон баги есть. Такие нахуй. С чем ты виляешься? Можно же на этом было доехать. Блять, вот то, что зона на другом берегу, это мне вообще не нравится. Похуй. Там есть баги у нас вот за этим домом. Я хочу утонуть домик. Может быть тут есть что-то. Дымок есть у меня, ебать. Дымок есть, можно и поесть. Корпус. Как корпус прям. Бля, опять бинты. Тридцать секунд, нахуй. Нам бы лодочку и переплыть туда, к селёдочке. Смотри, там есть пирс на пирсе, может быть, это лодка. Нет, я не вижу пока. Я тут дом сейчас прочекаю. Блять, ни одного бустика, нахуй. Я тебе дам. От души нахуй. Все, надо ехать. Там нету, блять. Он туда, сука, даже не добежал, блять. Там нету, блять. Вот чуваки, походу, ебашат по дороге. Если мне не прет, нахуй. Я сверху смотрел, я не видел. Ты видишь лодку тут? Да не вижу, давай, садись. Настя, шприт. Да потом скинешь, в зоне, блять, зона идет. Там вообще сейчас его ебут. Ну, выебут, значит, выебут.
На другом, может, выебут. Я бы свой буст отдавай. Блядь. Ушух. Ой, ебашит. Ага, ебанутый, блядь, дебил нахуй. Блядь, тормози нахуй, сейчас тут ебать их выйду. Мы не в зоне. Покосал, кидарю. Ебать даун на кривые. Вот он стоит, гандон. Ух ты, сука. Ты, сука, вот хуёво тут стоим, нахуй. Он мне пихать пытается, охуевший. Он под машиной передо мной, двое бегут. А сука. Пидор ёбан. Тебе на, блядь. Его друга нокнул, кстати. Я видел. Бля, как он не сдох, сука? Он сдох. Так надо залутать и ебать нахуй в зону побыстрее. Зона рядом. О, там еще один уебок. Сзади. Тенни стоит. Там не один. Нет, это справа еще кидают. Как там он там не сдох? Ты спидер, сука. Их там двое. Блять, меня справа въебали. Гандоны. Он убегает слева, Миша, слева выйдет. Просто они в зоне, блять, ты понимаешь? Я видел, ты. Как они, сука, там жили? Я не понимаю вообще. Лёд просто пиздец. У меня, сука, справа какой-то пидор выебал с коряком, а вообще сзади. Сзади, сзади, да. Вон они, хилятся, постоянно хилятся, сидят. Пиздец. Один в третьей каске. Он тимпа стреляет с X3, потому что у него аук есть. Угу. А второй вообще без прицела. Пиздойся, блядь. Антон сзади пришел, блядь, и выебал. Сука. Было потно, да. Не, можно прыгать и куда-то уезжать в ебуня, как бы, ну. Похуй. Так, мне надо будет через 2 часа отойти. Заебал уже, отходила местная. Да, надо будет через... Денег нету, вчера все прогулял нахуй, пробухал. Пойти денег взять. Ну ты вчера пиздец, конечно, блядь. Я сюда отойду, говорит, на часик нахуй, вернусь, ебать. Вернулся нахуй, пошел ебашить нахуй, не позвал. Я хз, я думаю, ты с Корбусом как бы не это, не будешь да играть. Да всем играть, блядь. Ну вы будете друг друга хуесосить, нахуй оно надо, да вот мне, это. Меня в муте, мне вообще похуй. Да вообще, ну вот как так играть? Я был в муте у Артика, ёптать, и он был у меня в муте. Я могу с мутом брать, мне вообще на него похуй, блядь. Ну вот и все, чё. Нормально, погоди, не хуесосите друг друга и все. Он себе купил плащ, кстати, с капюшоном. А я видел, блядь. Да мне вообще похуй на него, я его тогда захуесосил, потому что... Они сидят тут с Артиком, ты ж гонишь, не сидели, выёбывались нахуй. Вдвоём, блядь. Я их двоих нахуй загнобил, они начали ныть, блядь. Я помню, как он там, блядь, если я тебе не нарисую, тебе никто не нарисует, блядь, ебать. Окей, нахуй. Я и себе нарисовал, и тебе нарисовал. Во-во, блядь. Знаешь, сука, ну не... Да я тебе сделаю, сделаю, подожди, блядь. Так вот это такая хуйня бесит, а потом я, блядь, типа, я ушел нахуй с комнаты и зашел обратно, а он там с Артиком, блядь, как он заебал, уебок этот, типа, нарисуй, нарисуй, блядь. Артик, да он вообще конченый, ебать, его мбануло тогда, блядь. Ну вот сюда, за тачкой. И поедем в Лос-Леонес. Го. Го пикадонах. Ага, да, ага. Да я не пать научиться вот реально ебашить в самую зону, как вот все и прыгают нахуй. Ну в самую пизду нахуй, там и учиться, блядь.
Ты посмотри, я нахуй что не смотрю, вот стримы нахуй, ну понял, там вот Сеня ебашит, Шимору ебашит, вот такие чуваки, что у Нави, понял? Ага. Ебашит, все просто, сука, прыгают вот реально в какой-то говно, блядь, и пиздец, там же по-любому ты придрачиваешься к этой всей хуйне. Да не то, что придрачиваешься, все сыгранные, пиздец. Ну да. Да не, я ж тебе говорю, они и в соло даже прыгают, я ж тебе говорю, ты именно придрачиваешься к стрельбе. Но суть у меня в том, что бесит, ну сука, пидорасы, эти всегда как-то быстрее меня нахуй садят. Я а чё, никто что? Сюда не упал, что ли? Упал, возле меня тело было. А, туда, на церковь, что? Я ебу, где-то здесь падал. Он сел здесь. Похуй. Нет, тут транспорт, короче. Угу. Берем, что есть тут. Шимора, что, например, даже Шимора. И ваш Шимора не такой охуенный игрок, если так на то пошло. Ну да. Он прыгает всегда в какие-то ебуня, и у него катки вот реально из-за тихо. А, это ты? Да. У него катки просто, блядь, выходят вообще неадекватные какие-то победы, блядь. Как нахуй ты поймешь? Нихуя нету, опять сайга одна, блядь. Люблю сайгу. У меня тоже нихуя нет, у меня пистолет, нахуй, у тебя хоть сайга. Вот этот ёбаный Валера. Чувак вчера челлендж выполнил с пекалем нахуй. Да. Топ-1 дошел, минус 6 сделал. Нормально. Стример там какой-то, блядь. Да, похуй. Сейчас бы что-то выполнять нахуй. Ну, на 100 тысяч рублей, знаешь. Бред. Почему? Знаю нас, нахуй, нахуй только я выполнил ему. Чё-чё? Говорю, знаю наш, сука, уровень игры. Это, блядь, даже можно было бы и не пробовать. Не, почему? Ну я с Узиком брал топ-1. Ну блядь, где Узик, где пистолет, а? Ну пистолеты бывают разные, это может быть Глок. Согласись. Ну да. Ну тут Глока-то нет. Где? М? Где Глока нет? Ну PUBG. В смысле нет? Ну Глок есть, я про этот, блядь. Я что, блядь, про Desert Eagle подумал. Топчик. Что ты, блядь, несешь нахуй? Что ты, блядь, несешь нахуй? Не, Глок это, блядь, тот же автомат, глушитель, нахуй, увеличенный магазин и понеслась нахуй. Ну. Ну по-любому сложно, блядь, против автомата. Ты ж на дальний не постреляешь. Ну, на очень дальний не постреляешь, да. А так вообще ну, постреляешь. На сложно ебашиться с ним. Так, лут такой себе, конечно, блядь. Лут помойный. Ну да. Ты как и место помойный, так и лут помойный, блядь. Совпадение? Ну, в зоне. Я вижу. На краю зоны. На краю, да. Ну и все тогда, в Леонус мы не поедем. Тут сейчас... Видишь, ни одной тачки, конечно, больно. Что найдем? Так я настрой... Это, блядь, не стройщик. Ну, стройщик, думаю, уже, блядь, фасно. Сука, меня бесит вот так вот это, блядь, смотришь вообще вдаль, нахуй, вот туда, где там ангары, галитена. Они, знаешь, такие размытые, нахуй, не прорисованные, так бесит, блядь. За у меня норм. У меня, блядь, я тебе говорю, графа стоит нормальная, блядь. Вот, сука, я не понимаю, что за бред. Ну знаешь, такое, блядь, типа вот мыльная нахуй. Mm-hmm. Мне кажется, это сглаживание нахуй работает. Сглазили тебя, блядь. Сука, головой ебался в хуйню какой-то. Бля, вообще нету нихуя. Лол. Китайка. Вот, блядь, еще один. Я вот не понимаю, почему вы, сука, американскую штурмовую винтовку называете китайкой, блядь. Ну, не знаю, я так привык уже. Я вот вчера, блядь, вот, китайка, блядь, это вот этот, нахуй, топовая эмочка, нахуй. Топовая эмочка не китайка. Блядь, а что это? Она австрийская. Вообще немецкая. Вообще она немецкая. Немецкая штурмовая винтовка, это, кстати, Г-36. Вот. М416 это немецкая винтовка. Странно. Нет. Когда об этом не слышал? Ну, я об этом узнал, чисто играя в PUBG. Вот, я тебе серьезно скажу. Нет, я ж тебе говорю, я знаю единственную штурмовую винтовку немецкую. Это Г-36 вот этот. Ну, значит, она теперь не единственная. Вот этот Г-36, кстати, если его ведут в игру, он будет, сука, переимбованнее вот этой, блядь, М-416, такой нормальной. Ну, точнее. Я понял. Тут есть китайка. Патроны забери.
А тут есть юмп еще. Не, не нужно. Нужна точка. Ну или X какой-то. Ты взял юмп? Да. Я юмп не взял, я потом. Сука. Спасибо. Ебать, два тыма, один на одном. У меня есть обвес на юмп. Давай. У меня есть. Сырье уже есть. Да. На, кстати, может тебе прикатит. У меня, кстати, увеличенный пистолет в арсенале, у меня глок как раз. Ну я со старта всегда его беру. На пистолет, блядь. Это вот здесь лутался сбоку? Да, походу. Но я не помню. Нихуя. Нихуя тут не лутался. Я там один дом бегал, там нихуя не было, походу. Не знаю, я аптеку нашел. Увеличенный нужен тебе на юг? Да. Точку бы найти, блин. Ну да. На. Ну что, блядь, пошли выше. Да. Какого правее, там деревня есть, нахуй. Да там этот, бичкемп. Думаю, что тут что-то есть, что-то. Наверху. Ладно, пошли в деревню посмотрим, может там прицел есть. У меня фул первый сет, блядь. У меня, блядь, хоть каска вторая. У меня еще фул. Здесь я уже прицел подсосал, так что мне надо. X? Да, на эмочке четверку нашел. У меня голограф только на... Ой, ебать, я пошел прямо, вправо, нахуй. Что там? Там есть тачка, походу, еще. А есть тачка у нас. Тут мотак есть. Ну он трехколесный. Разве? Я пошел на построить. Взяли, занесли, стройки животные. Ну ты хотел, блядь, с одного помещения вытаскивать, блядь, топ-лут. Все, хватит, повытаскивал. Я, кстати, посмотрел этот, ну, сидел в ВКонтакте позавчера, нахуй смотрел, там чувак ебашил с Нави, блядь, пап на этой зеленой карте, блядь. Чё за чувак, Шейд? Ну, я не знаю, как-то там на Зе как-то нет. Зоуи. Именно не папк, нахуй, игроки, понял? А. Там, блядь, Нави-то, блядь, тоже папк играет. Ну да, да. Ну вот он ебашил, знаешь, где он сидел, вот этом, ну, нормальной карте? Где? На пир, нахуй, наверху, блядь. Поднимался. Где? Я вчера, ну, перила, знаешь, вот эти, блядь. А-а-а. Балки, вот он сюда на них балки. Я оттуда ебаш. Я вчера думаю, блядь, а дай попробую сам залезу, нахуй. Ебать, не... Двухколесный монстр тут, вообще-то. Или это ты едешь? Да. Говорю, по сути, тебя никто не ожидает там увидеть наверху, нахуй, ебать. У тебя есть тачка, да? У меня мотоцикл, тачка, на них есть этот миник, надо? Не. Вообще, да, спани, я тебе, блядь, китайку дам. Я юм, нахуй, ношу из карты, так что. Блядь. Лол. Ну да. Тут еще китайка, и, ебать, у меня место под... уже нету в первом рюкзаке, блядь. У тебя первый рюкзак до сих пор? Угу. То есть тут есть X2, но... Бля, я взял. Я взял его, наверное. Вторая бронь. Патроны теперь влезут. Я тоже нашел вторую бронь, мне каску теперь осталось снять. Угу. Что-то как крыса, теперь, блядь, буду знать, где, как нахуй крыситься. Бля, я бы взял миник. Он на стройке? Да. Ты заебал бацилла, ну. Бля, я не знаю, что на меня нашло, нахуй. Хочется кашлять. Сам начинаю кашлять. Чё-то в горле першит просто. Просто давно не чистили. Трупы. Давно не чистили. Да, жаловался, что нету второй сумки, нашел третью. О, вторая сразу. Вторая мне больше нравится. На мне еще скорел. Я нашел ламочку топовую. Заебись, я там где-то жопу эмки выкинул пока что. У меня была. А, ну норм.
Что там, миник, да, говоришь, был? Да. Пизду этот ебаный дым нахуй весь выкинул, блядь. Прицел, сука, не влазит. Рюкзак, да, заебало. Тут увеличен есть на СР. Вот, спанит, спанит, да спанит. Бля, заебал, возьми. Куда его нахуй заткнуть тебе? В жопу? Ну что ты выкинь пятерок, блядь, чуть-чуть нахуй. Заебал. Ну по-любому не влазит. Ну еще чуть-чуть выкинь, по-любому не влазит. Как, блядь, не влазит? Прям на стройке? Да, и в стройке был, я помню. Ага. Да. Зона, иди нахуй. Кто у меня, блядь, бустов 6-3 нахуй? Тара-та. У меня фулл эмка. Нужны пульки только, пятерки. Там, блядь, на эти дам нахуй. Всё. Нету каски только второй. Там не было каски? Да. Точно? Точно, на. Лёга, блядь. У тебя дохуя бустов? Ну, я кис***ю. У меня есть бусты, как бы. Я могу вот так вот взять. Да бери, нахуй. Еще есть энергетики? Не, у меня два еще энергетика. Хватит. Давай, я тебе болик дам один, а ты мне два энергетика. Еще будет. Нахуй мне, мне три-два нормально. На тебе еще два болика, дай мне два энергетика. Да ну я не хочу энергетика ставить. Нахуй тебе энергетик, давай мне, блядь. Тебе энергетик, на, вот. Забирай, мне? Ты взял, побежал, на. Мне нужна каска вторая, блядь. Этот пиздюк вчера нас еще убил, да? Нормально. Бывает. Ёбаный ты пиздося. Ну я ебу. Я блядь, еду ровно, никого не трогаю. Хуйня, пошли пешком. Перебежать нахуй через дорогу и нахуй за горой уже этот зон. Может каску найдешь. Да сейчас следующего ебется, небось, хуй пойми куда. Ты ездишь как пиздося просто. Нормально я езжу. Опа, тут лутано. Кто-то ебут там где-то в жопу, и ты начнешь визжать как сучка. Ебать, а как я должен спуститься? На мотоцикле со мной. Ёбаная игра, блядь, стой! Охуенно. Заебись, блядь. Ну пиздец, сука! Я обожаю эту игру, нахуй. Да, тут кто-то пизда нам. Над нами. Ты не успеешь такой хуйни. Вот они упали. Идер. Тихо, еще едет. Да, его дрейф. Над нами остановил. Угу. Он палит своему другу Супергема. Надо мной, пидорас ебаный. Ну ползешь куда-то в сейф. Я заползу за баги попробую. Блять, ты второй раз нокаешься. Гранату кинул, гандон.
Ты дым кинул? Все, мне пизда, граната. Антон, ёбаный. Вот, сука, я спустился, так я упал. Нахуй, он стоял на таком же наклоне, он не упал. Вот он, пидорюга. Правее. Еще кто-то едет. Угу. Я там пустов нахуй энергетики. Он сейчас нахуй разобьет, я отвечаю. Да, он умер. Сука. А, блять, лол. И ты не ёбнись, нахуй. Снизу ебашь этого багера. Я вижу. Не пались лучше. Там один. Он остановится, нахуй, и напистюрит тебя, ебало. Из меня бусты забери, нахуй. Каски, бусты, сейчас все заберу со всех. У меня их 6. Вон, еще один. Блять, как он ты ебал. Согласен. Не, ну чувак там красава вообще, нахуй. Вот, блядь, вот эти хуйня ебучая падает, блядь. Бля, каску тебе покоцал. У тебя коряк был? Нет. Значит, у того типа был коряк. Угу. Одинаковые каски. Та-ра-та-та-та-ра-та. А где он? А, вон он. Касочка. У него тоже коряк был. Приехали, блять, они. Микрофон мьютед. Я, блядь, по телефону пиздил. Заебись. Телефон это дело такое. Окей, удачно зашел.
Они на дороге сидели двое. Дальше был второй кида. Какой-то щип топ 10 там. Баги свою не бери, она, блядь, пщина. Не вижу. Тебе повезло, что они стрелять перестали просто. Охуеть. На дороге дрочит где. О. Это не он. Кстати, еще слева кидает, Миш. С горы где-то. Ну, из двух. И башит. Здесь вижу, вижу. Вижу. 45 СВ. Лежит один. Уебывай нахуй с танцпола. Двое там, это 4. В зоне есть однозначно. 12 делает. Норм, бегу. Пратно. Опа. Глушачок где-то слева. М24. Ух ты, ёпта. Рилли. Восемь живых, норм.
Ну, против этих двоих останусь, я прям чувствую. Бля, когда я в третьей каске, меня чувак ваншотит. Не, коряк не убивает в третью каску. Но он фуловый, значит, был. Нет, значит, ты был не фуловый. ХП у тебя было не фул. Это щи, ёпт. Я в тебя верю. Угу. Тащи, блядь. Вот они в зоне. Это да. Вот там бегает. Да. Маленькая кошка только что пробежала. Блять, как? Как не попал? Ну смотри, дырка. Я вижу. Пойдем бесстрашно. Ох, в руку. Я их сейчас заебу, и они меня будут контрить. Да хотя бы где-то под них засесть-то. Было бы заебить. Под тобой, мне кажется, кто-то работает. Почему тут нет дырки? Есть дырка в конце. Нет дырки. Лол. Ты ж не дырявый. Кай убивает, вот. БХЕшку ему туда кинул, да. В двери стоял. Ну тут тоже был. Вот мне. Гандоны просто. Ты в зоне, норм. Кай дрочит. Два пати и я так понимаю. О, хаешки пошли. Пать, она глушит. У тебя есть хая? Не. Хуёво. У меня есть дым. Дым какой-то. Ну кинь дым куда-то в сторону, типа под бочки. Они будут туда контролить, ты под них зайдешь, изи. Они, кстати, будут выходить по-любому. Зона не у них. Вот и ебашит. Кто-то бегает аккуратно, не бегал. Опа, нокнули одного. Мне кажется, он своего пошел поднимать. Ну все, одно пати, ёпт. Они где-то здесь были. Вон. Упаси. С тебя уже граната тоже вылетела. Угу. Такое. Узон на них упал. Если бы зона упала бы на меня бы, где я куда сначала забежал. Ну да, было бы норм. Мало. Ну, это точно. Ну а что, принимай, да принимай, вообще прибыть. Ну как я тому чуваку в голову не попал, я не понимаю, в белую каску, блядь. Это был эпик. Да, не то слово. Это был конкретный эпик.
баллистика в этой игре по-любому зашкаливает еще. Баллистика нормальная в этой игре. А еще нет. В смысле нет, да нормальная здесь. С шутерами нормально, такими как Battlefield и бла-бла-бла, она ненормальная. Нормальная здесь баллистика, я тебе говорю, я играю в Battlefield, и мне более-менее как бы нормально стреляется там. Я играл, блядь. После PUBG, и в PUBG после Battlefield мне тоже норм стреляется. Разница по-любому есть. Небольшая. Го, вот сюда вот ты за тачкой. Да похуй вообще во что ты играл. Поехали, блядь. Четвертый играл в PUBG. Разница большая. Не знаю, по сравнению с первым разницы практически нет. По сравнению с CSGO это вообще просто PUBG, это просто ущербная фигня с баллистикой. Да в CSGO нет баллистики. Есть. Нет баллистики. Там и отдача нормальная. Баллистики нет. Можно контрить без ничего. Да похуй, зато баллистики нет. В смысле нет, там патроны летают нормально. Там патроны летают прямо. Ты стрельнул, оно, блядь, смысле, на любой прямо? Дистанции летит прямо. Нет. Да. Ну там, во-первых, карты маленькие, и по принципу патрон не падает. Ну вот я тебе и говорю, там и сделано так, что патрон не падает. Ну, КЗ, СВМ падает, если вообще через пол карты стрелять. Нет, если не падает. Не, я не знаю, ты походу не замечал, наверное. Замечал. О, блин. Баги на мне. Сейчас поспорить с чуваком, у которого, блядь, в КС-ку наиграно нахуй там, хуй пойми сколько часов. Вообще похуй, похуй сколько наиграно, я, блядь, читал форумы и знаю инфу об играх. Да я знаю, что в КС-ке есть баллистик, особенно в КС-ку. Хули ты не падаешь? Так я упал. Где ты, блядь, упал? Почему ты в поле уже упал, блядь? Тут тело, блядь. Да похуй на тело. Давай, блядь. За деревом дрочит. Похуй вообще. Да таки на него ты крил, похуй. Поехали. Кстати, по принципу вот ПСС, она на 200 метров упадает вниз. Просто падает. Какая-то нахуй баллистика, если ВСС-ка на 500 метров стреляет вообще тупо прямо. И, кстати, я читал инфу там, ну, на корейском форуме, короче, что должны, знаешь, какой еще ствол в игру добавить? Какой? АК-107. Это типа что-то наподобие длинной М-ки, понял? Но он не будет стоять, типа там, знаешь, как не 3. Угу. Он будет стоять как 1-3 автомат, но... У него будет побольше простого АКМ, потому что там этот... Как оно, тебе объяснить там? Он, короче, длинный, больше будет. Ты пропадаешь скорость. Куда-то, ты говоришь, и... Ну там, короче, скорость вылета снаряда будет быстрее, чем у простого АК. Он, типа, модифицированный получается. Хочу, чтобы Г-36 добавили, и да. Я бы только с ним бегал. Да его могут добавить, но как его забалансить? Понимаешь? Может он будет полным дерьмом. Возможно. Я у тебя ангара. Ебать. Нет, так лазить можно. Не сдохни. Пытаюсь. Миган, это оружие победителей, блядь. Зона у нас, кстати. Uh-huh.
Бля, вот допустим, почему на Домиган вешается столько глушителей? Я вот не знаю, это бред. Ну вот рили. Ну это папка, не вот вообще не знаю. Это оружие реально требует там компенсатора. Потому что у него ебаническая отдача. Но она тут довольно большая, кстати. Сука! За горой далеко. Далеко за горой. Далековато. Самолет как летел? Наш? Да. Ну я хуй его знает. Я понял. За дропом что? Да. Ну смотри, есть. Смотрю. Сдохнешь сейчас. Да норма. Я 100 раз так делал, ни разу не получалось. Чтобы увидеть, куда он упал, он далеко куда-то падал. Где-то здесь вот, мне кажется. Видно, падает в катку. Бля! Чё? У меня УАЗик перевернулся, я как в GTA стал на колеса обратно. Норм же. Найс игра. Сейчас бы джип перевернулся, в поле. Знаешь, как в папке бочаты разбивались, как невидимые кочки? Угу. Ну, боже мой! Ты недооцениваешь советский транспорт. Ебать, 2DP. Просто лол. Достало меня вот эти кочки невидимые, это вообще, что он прыгает так. Чтобы прицела не было в луче. Че нашел там? Халат, грозу. Без прицела, лол. Заебись. Разает, заебись. И фулл 3-ти сет, да? Да. Ништяк. Хорошо тебе. Хорошо тебе. Можно возвращаться к ангарам. Ну. Ты едешь? Да. Гроза, это заебись. Так там Жека говорил, я ездил лутно. Два лута чувак залутал, это я вообще, как так можно? Потом, знаешь, после этого... Это интересно, после этого он спрашивает, почему с ним никто играть не хочет? Как думаешь? Хз. Ну, это соло игрок. Ему все всегда об этом говорили. Играть нормально, вот, играть в соло и в дуо, ну, склад у меня вообще начинается просто зашквар. Почему? Ну я не знаю, бля, слишком много народа, слишком много флуда. Слишком мало лута. Ну, оно, во-первых, знаешь, как там говорится, оно свое дает, по принципу. Оно свое дает, что оно? Не, ну я говорю, вот именно вот эта куча народу, оно мешает, вот рили. Да ладно, норм. Особенно это реально, когда вот флудеры в складе, это вообще просто. Ару. Калаш. Меня вот из-за этого вот всегда бомбило с Арктиком играть. Он постоянно ноет. Просто вот постоянно. На мне миник есть. У меня этот коряк. Бля, я тоже хочу коряк. Это, блин, грозу дам, наверное. Мне? Да. Заберу грозу.
Ну я знаю, что ты собираешься по этому игре, наверное, дам. Не прицел найди на коряк. Я буду крысить с куста. Я же куст. На топовую М-ку поменяешь, да? Да. Ты даже с увеличенным быстрого доступа там. И с точкой. Я без увеличенного. А ты едешь? Да. А то сейчас я что-то найти. Прицел надо. Да. Ну заходи сюда в дом. Где оно? Что оно? Кто оно? На. Где ты таймочек? На, на, Гологов. Мужик. На, еще пятерку. Я кустик, кустик, кустик. Я вообще не медведь. И че семерки ты не брал? Я сейчас скинул уже. Ебать, у меня 300 штук, мэн. А. Тут глок есть. Да, не надо. Точки нет, блядь. И точка, и точка. Второй рюкзак есть, не надо. Есть. Не обвесно, Александр. У меня брони нету, блядь, второй. Я вторую броню, кстати, в этом выкинул. Ладно, похуй, я поехал в эти, в те 6 домов. Газ, нормально. Без брони бегать, блядь. Ага. А, броня. Тут еще пятерки есть. Ну, я приму. Я прицел еще пока что. Имбовая ручка тут же есть. Есть, нормально. У меня фуловый СКС, кстати. Угу. Где-то я только что видел лог. Лопи. Еще где-то рядом кинет. Вижу, скинул, там никого не будет на воду. Пойдем? Азимут. 310. Я надеюсь, там прицел у меня будет. 310? Вот упадает. Снайперка моя, бро. Бля, я не знаю. Я тебе и так уже грозу дал. Ну ты с коряком и так. Не, а ВМ отдам тебе. Не вопрос. Я там лоджу, просто, бля, я не залетел на мотоцикле, а я на мотоцикле с водой. Во-первых, там мой фулл третий сет. Да, кстати, там есть мотоцикл, вот я первый склад, туда еще буду хранить. Где он? Да вот лут падает впереди, вот машина, лодка, жди меня. Я еду на баге, мне похуй. Я знаю, нормально, да? О, вот, ебать, оно меня сбило. Плыви, короче, туда. Понятно. Уплывай отсюда. Я плыву к тебе туда. И чалька, я не вижу. Короче, лут плой залутай. Если будет прицел, возьми мне прицел. Ладно. Ну, не делаю. Ты с кем-то воюй тут еще, походу. А я слышу, стреляют. Да, они с кем-то друг с другом воюют. Походу попробую спрятаться. А их тут два. Что два? Кого два? Разных типов. Прикольно, убегай. Я взял TX8. Минус 2, но
меня тут еще есть, мне нужна колпа. Блять, я плыву. Они рядом? Они за деревом. У меня прицелы. Вот, под лай ко мне. Что за стол был? За каким деревом? Правее? Надо мной прям. Я вижу. Сейчас мы их ебанем. Они там еще за деревом летят? Да. Что лутки было? М24. Халат был? Нет. Чалька. Вижу тело. Он вылез под тебя, тот, который за деревом был. Не видно с моей стороны. Убил. А где еще тело? Я не знаю, где его друг. А, он сразу сдох. А, ну норм, лутаем. Но они меня даже не видели, ты понимаешь, суть прикол. Мне обвес нужны на М24, блядь. Я тебе приколюх несу много, кстати. У меня есть тебе тоже X8. Тут есть этот, короче, подсечка, бла-бла-бла. Подсечка есть, нужно какой-то пламя-газ. Третья бронь тут. У меня фулл третий сет. Я знаю. Дана, привет. Сапоги нормальные, юбка. Сапоги нормальные? Да, я юбку. Ну типа сапоги с этого сета, понял, красные. А, красные эти? Да. О, пламя-газ. На тебе я скинул в трупе, приколю их, тут глушитель, X8, вся хуйня. Комнату я не вижу, тут нету. Внизу, блядь, листай. А где еще два? Там возле машины 12. Ты их лутал? Нет, я их убил только и прятался. Я бы глушак на снайпу вообще. Возле какой машины? Тут один. А, вот. Вижу. И один там чуть дальше. Заебись, мне бы глушак говорит на снайпу. Мне так-то бы тоже. А второй где? Чуть впереди. Вот прямо. На Е. А, вижу. О, ништяк. Увеличенный. X6 я, пожалуй, заберу тоже. Бери так, три болика, не нужны тебе? Мне не надо, у меня, блин, 5. Я возьму какой-то. У меня место. Смотри, я X6 скинул. Заберешь X6? Смотри, калат только не трогаем. Чекай. Прикольно. Мне нужна точка. Что, блять, у этого вообще прицелов нет. Рядом с нами. Вторая. Гоу переплывем. Можно на мосте засесть, кстати. А, вот точка. Вон ништяк. Нахуй этот мост? Вообще не нужен нам сейчас мост. Так на нем можно сейчас покинуть, по-любому покатят туда, даже в жопу. Да похуй, пусть катит. Это третье лицо, брат. Сейчас приедут какие-то уёбки. И выебут нас в жопу, блядь, с макросами, нахуй, со своих, блядь, спекалей. Ну это да, кстати. Тихо. Кто-то едет. Да. Остановились. Это недалеко. Лодку, возможно, взяли. Возможно. Вижу. Где? 2 на 170. Вижу. Ебать. Бля, дал одному. Или ты там? Я второй вижу. Где он? Возле меня на 90 за горой уже. Нокнул одного слева. Я видел, я ему тоже дал как раз. Сейчас тот побежит. Надо пушить. Не отпускаю, бля, да достал. Он там от дерева хуярит. Да. Пошел за другом. Хилюсь. Я тебе не помогу. Почему? Может, кого плыв, нафиг не нам надо, алё. Ну, гоу. Их лодки нет, во-первых. Бля, я как уёбок в поле бегу, нахуй. Бля, куст решает, просто отвечаю. Забей на них, они пускай там те ребят поехали. Заплыть и занять где-то себе позицию норм.
лутпад. Где лут падает? А? А, вон, вижу. Да, ладно, потом. Когда-нибудь ты обязательно попадешь. Да, ага, да. Ага. Вылезем. Вылезем. Я тут ни разу не был. Не был. Там, сука, сейчас постреляю, как говорится. Ебать, жесткие недолеты, блять. Да. Очень жесткие. Очень далеко, ладно. Я видел, как они попадали по лодке с такого расстояния. Снайпера от бога. Ты поднялся уже? Да. У меня тут легче подъем был. Вижу, там один в домах скачет, прыгает. Скачет на дельфинах. Угу. О, тот уёбок в меня попал, пол хп мне снял, но ничего не покоцал. Ладно, мы в зоне, тупо сидим в зоне, короче, не идем мозг. Пластилиновые дома. Не вижу что-то их вообще. Может, они вплавь решили? Ты тут, Олег? Да. Луганский, Донецкий, на недвижимость. Ну чё там? Возле меня тело. Блять. Два. Прям рядом, в упоре? Да, он меня заметил, за камнем, один передо мной. Не упарывайся. Животное, надо мной, короче. Ай-яй-яй, ты далеко, да? Да я вот он подбегаю. Один на гору, походу, ходит. Они прям передо мной бегают, второй заметил, чёрт. Ага, вижу, вижу. Аккуратно, тут ещё где-то второй. Надо же было их так заметить, бичей. Он справа, справа там, типа. Камнем возле меня еще. Да-да-да, он сверху тебя, сверху обходит тебя. Прикрывай. Сзади тебя спрыгнул, ты чё, блядь? Так меня сока убил тут, что справа. С тобой двое. Один за камнем, один возле меня. Они тебя окружают. Уроды. Блять, просто лол. Не пошло. Боже, это чмо. Вот меня, я этого видел, он меня не видел. Он прыгнул на меня. Он меня не заметил даже. В халате, а этот вообще, вот меня сбоку убил этот сака. А тут вместо того, чтобы поднимать типа, лутает меня, короче. Нормально. Бля, ебаная зона, сука. Как ты-то, блядь, так сдох, нахуй? Пиздец, фулл третий сет, блядь. С двух сторон. Тот сверху упал, и ты, блин, не... Так он в тебя не стрелял даже. Меня убил тот твой, что возле тебя стоял, потому что ты убил.
Ну, сбоку, он не возле меня стоял, он, блядь, напротив меня просто стоял. Ну, я его не видел, допустим. Он от меня там за камнями был, я его только слышал. Ты убежал назад, тебе так и надо было сзади сидеть, не надо было опять вылазить на них. Так я не лазил, я сидел под камнем, они сами шупарывались на нас, получается. Ну так ты отбежал назад и потом вернулся обратно. Ну когда? За бывает. Каким-то хуем. Жизнь огорчение. Еще и сдох, блядь. Пиздец. Бичам сейчас кем-то слиться, я вообще от зоны умер, блядь. Лучше, знаешь, бичам слиться, чем от зоны. Да лучше, блядь, от зоны тогда уж умереть, чем слиться бичам. Да-да. Они меня окружили. Меня как радовал этот чувак, что тебя лутал, ты говоришь, что не поднимал своего. Он спрыгнул с камня, он даже меня не заметил, он побежал в другую сторону. В халате. Бля, тут с кулашом вообще мне писечку оставил. Я видел. Нормально, второй раз мы уже в жопле, нам везет с дропом. Да, вот, кстати, есть такое. Нам просто зоны. Ага. Особенно в конце мне. Пиздец, как повезло. Гоу туда же. Олег. Что? Туда же гоу. Даже на мне баги. С нами типы здесь. Лодка тут есть. Можешь забрать лодку, кстати, чтобы транспорта не осталось. Мы пойдем сразу в город. Угу. Там летели, так что нам реально надо сразу. Who is this? Блять. Хули ты лодку не забрал? Че мне лодка? Чтоб транспорта, блять, не оставить. Берем мотоцикл. Я возьму. Я взял уже. Будем по ходу ангара. Да? Нахуй ангара. Поехали в дома. Кто зашел в тебя? Да похуй. Еще баги едет слева. Или это ты? Это я, походу. Я в других стенах. Бабка зашел без меня, походу, писала. О. Вот это не я. В гости. Готов. Где? В эти двойки пошли. А, ну насрать, лутаем. Думал, к нам пришли. Ну, я должен знать, что я есть, и у меня есть ствол. Пойдите, твари. Да. У меня вторая бронь тут есть.
Поставь меточку. По сторон. Угу. Не хочешь занять высоточку одну? Не, я еще двоечки не дал там. Двоечка, кстати, лута побольше, чем высокая карта. Это понятно. Высоточки стратегически важная позиция. Да-да. Для отсоса. Другого отсоса контрится все нахуй. Нет ни одного прицела, твою мать. Угу. Голограф норм. Хоть так. Броня вторая, кстати, у меня есть, мне каска нужна. Мы не знаем. Дропа нам не стоит тут ждать, значит. Ну да. Еще едут. Вол. Еще приехали, вол. Да. О. Там хлопцы воюют там. У меня тут юмп есть. У тебя что по стволам? Скорел я так. Могу на глушак на юмп бегать. Не-не. Не надо. Я не буду бегать с юмпом. Я вообще не бегаю с юмпом. Юмп имба, кстати. Да, поэтому не бегаю. Ну там двое типов жестко отсосали, я так понял. Вообще, вот жестко. Я пошел в высотку. Самую. Левую. Я думаю, они нас будут ждать где-то. Ты тут вообще, Олег? Да. Хуй молчишь. Да я лутаюсь, эффективно. Высотка, кстати, есть тут. Ну, не сиси. Не, не сиси, нахуй. Достал. Выключи его. Приди и выключи его. Прицелов нема. Угу. Плане иксов. Тебе каска вторая не нужна? У меня есть. У меня ты бронь там забрал? Не, я нашел еще раньше. Куда же отошли эти бичи? Что-то приехал. Что-то проехал. Лол. С дальнего. Да, вот, да. Они пошли правее, по-моему. Там справа дом открыт. Скажи нам тачку бы и в зону. У нас есть тачки же. Зона идет быстро.
Ни одной снайпы нету, просто дрочь. Мне это не нравится. Слишком тихо. Угу. Пошли вдвоем. Давай быстро вот эту высокоэтажку залутаем по этажу и все. По этажу ты левую сторону, я правую. Так я сразу на второй пойду. Блять. Так получше. Да, без снайпа печалька. И без прицела печалька. У тебя вообще нет прицела? У меня этот X3 только. Он такой себе на что. А голографа нету? Есть. Тут вторая таска. Вот это такие себе прицелы. Бичары. Не, у меня X6. Ну да. Ну да. Здесь на крыше жопа эмки, но у меня нету места. У меня нету эмки. Все, валим в зону сразу. Да. Она и пришла. Жру буст. Я так ненавижу сока бегать, это вообще не бесит. Постоянно больше всего места занимает. Его патроны особенно. Опа. Передо мной. Это эти ребята уезжают. Тут и УАЗик, кстати, стоит после этого. О, вижу, бегают. Где бегают? Ну, на дороге там бегают. Так, подожди, а мы на чем приехали? Я приехал на баги. На говне, тут есть УАЗика 2. У меня мотак же. Бля, успели уехать, я не успел поймать. Ты стреляешь? Да. Не, в надежде напугай. Забери меня. Скорей. Гол по правой поедем под берегом. Справа, вот там вот. Так, по берегу. Гол. Лол, тормозник. Два. Они, они разбились. Да. Вот это такие что походу ехали. Да. Вообще их пролутали походу. Ну да, дрочь одна. Калаш. 120 пятерок тебе не нужны? У меня есть свои. Ну, мне тоже. Сейчас бы на мотоцикле разбить. Я бин сожру. Тоже бин сожру. Байкеры. Они такие. Че тут нельзя на одном колесе ездить? Ну ты лол, блять. Я тормознул. Да не пизди, ты просто мудак, блять. Он встал на колеса и угадай, что дальше. Был тебя и задавить, улетел. Блять. У тебя аптеки есть? Да, я все есть. Главное бинт сожрать.
Вова играет в PUBG, Вова. У меня две аптеки все. Я одна. Заебись. А бустов сколько? Два на один. Дай одно что-то. Плиз. Ага. Мост занимаем? Да можно. А? Можно. Мне кажется, его уже заняли. Что посмотрим? Такое эхо надо прикрывать. Угу. Кажется, с него за рулем стрелять. На мост едем. А? На мост едем. Два дебила — это сила. Это своими полями. Вот и дебилы стоят там, походу. По-любому есть там. Слышали где-то. Когда стал этот мотоцикл гудеть, это вообще... Чё оно не должно запрыгивать? Ну? Чё, ты хочешь спрыгнуть? Нет. Опа, тихо. Едут на мост, походу. Угу. Остановились. Под мостом. Воу. Вон, едет дальше. Тихо, тихо, не пались. Примем. Отпусти поближе. Ебало. Мы их накоцали там. Я столько накидал чуваку в лицо, и он живой, вол. Сейчас он там нахилится, блядь. Я тоже одному там накидал, нихуёво. У меня тут мотоцикл дымящийся, мне это вообще не нравится. У них там дача дымится тоже. О, они её взорвали нахуй. Бы, чтоб нам сзади еще не зашли. Ну вот я тоже об этом думаю. Ух ты, сука. Откуда? А тут же. Я их даже не вижу со своими X3. За КамАЗом. Но то, что они за КамАЗом, я знаю. А, да, сука, ладно. Я чекаю жопу. Где ж ты, говноед? Вижу пятки. Лол. Как?
Там еще откуда-то работает, справа, по-моему. Рили заебал. Вот такой вот один резкий, дерзкий. Чалька, что теперь делать-то? Гранату, блядь, кидает. На что он надеется? А зона на нас ушла, лол. А нет, за ним чуть-чуть попал. Наткнул. Пошли. Убили. Еще кто-то им долбит аккуратно. Жестко натихивает. С горы справа лагута где-то. А нет, там сидит чувак. За УАЗом. Да ну. Там бы дым вообще не помешал. Уроды. Дошли они. Правее, вот правее, правее. Пацаны, не сегодня. Один где-то. А вот я вижу их такой. Ага, ладно. Заходит. Один под столбом справа тут, возле УАЗа. Это на. Бля, близко, уходи. Живодеры. Хорош. Его друг пошел к нему. Откуда еще один? Вот. Убил. Красава, подними. Бля, там сзади еще где-то. Блять, какой нахуй УАЗик, вылези, сука. Бугай как теку. Откуда? Вот, а там работает. Под колесо. Давай, под колесом стой. Ой, животные просто. У тебя есть аптека? Да, да, да. Надо за КАМ, блядь, похилиться и за КАМАЗ как-то попасть. Они УАЗ не сорвали. Уже дымят что-то. Я за КАМАЗ. Воды, вам жопа. Я забрал кряк здесь. И всем пен. Не нужен. Кинул на коряк тут обвесы. Внизу? Возле меня, да. Не идут на нас, играют. Рили? Да, вот. Работают и идут. Просто. Пацаны, вы приехали, я вам отвечаю. Вижу. Блять, не валяйся так, тебя выебут. Накидал в тело, залазит, ухожу. Хватил тебе патронтаж. Блять, как я в него не попадаю, что за бред? Лол! Бля, давай, речи, поднимай. Иду, сорян. Блять, нахуй ты туда убежал-то, ебаный в рот. Да у меня есть прицел, я же говорил. Да мы успеем. Есть тут? Справа. Справа работает. Они едут, понятно. Блять, не надо было нахуй убегать на это право, блять, налево, за мост.
А там нормально было, не так, не так кидало просто. Вот там вообще нельзя. Мы стояли тут вот. Ну ты побежал, ты бы хоть сказал бы нахуй, что ты туда бежишь. Ты видел? Нет. Я ухожу лутаться. Я не слышал, я не слышал. За вас лутаться. Я там два глушака нашел. Да нахуй они не нужны, эти глушаки уже сейчас. Вот когда мы в таком файте. Ну, чувак, кто убил, он вообще нас шикарно там видел просто. Вот особенно тебя. Он и тебя и нокнул. Кто? Вот этот чувак с дома справа. Меня нокнул не чувак с дома справа. Скажи тогда, он тебя видел спокойно. Я перестреливал с чуваками, которые спереди, поэтому, собственно, ты там, блядь, спокойно и перебежал нахуй. Я только не пойму, как я там два раза, блядь, не попал в чувака. Что за бред, блядь. Да еще с максимальной микстрой стреляться, это вообще мне бандиты таких недавно прислал. 6 был. Ну, у меня вообще есть 2 только. Там уже у чуваков их 6 взял, 2 глушака, один на сайгу, один на коряк. Бежал обратно, куда гдышь. Ну, я 3 сделал минус, так что сойдет. Я одного уебал, все. Мне так понравилась вот эта граната, чего, кажется, нокнула. Я, короче, от нас от машины срикошетил к нему туда. За палку, блин, вообще огонь. Сейчас буду понимать. Олег. Куда? Гоголь поздно. Далековато, но поздно. Нормально, тачку найдем сейчас вот здесь. Я уже поймал. Без стрима, кстати, по-любому игра как-то даже играется легче, блин. Хз, я стримлю. Во-первых, у меня меньше просадок, но... Ну, то, что просадок меньше, это да. Меньше просадок, и, блин, знаешь, не паришься там вообще. То большинство, когда стримишь, время, знаешь, на чат тратишь. Так вам читать вот. У меня есть така. Така, брат. Есть? Давай речь, потому что тут типы летят тоже в Ульпоза. Да может, гол в этот куда-то? Да в Ульпоза, поехали. Вторые. Или да. В Лакобру. Да, не, какая нахуй. Ну поехали в Лакобру. Брат. Да едут там, для тачки. Ну ты красава, задвиг его полностью. Там еще один видео вижу, после тебя. Не вижу. Где он? Сзади сел, сзади. На стройку? Не, не на стройку, он там на дорогу стоял. На стройке. Вот там он. Но он сейчас что-то залутает, ствол. Не ствол. А, вон там едет на пати Басе. А он уехал, даже их там не надо. Вообще ему ничего не сделает. Братан. Надо его перевернуть. О, он впереди еще едет, поехали резче. Впереди еще едут. Да. Боку просто пойти паспорта убили. Один. На тачка получше.
Ебать, устроили тут, ну. Смотри, чтобы он тебя не въебал. У меня тут есть ствол, если что. Бля, у него трой получше ездит, чем моя, не толкается. Толкается. Я ему не дам с машины все вылезти. Бля, тут еще скорель нахуй. Вези его ко мне сюда. Он вот катается тут. Лол. По дороге едет? Едет? Не, вот мы тут. Я его тут разворачиваю, едет на тебя поворачивай. По дороге. Вижу. Давай, только не меня, пожалуйста. Иси из окна. Ебать, и как я его не задавил сначала, я вообще не понял, блять. Тут вторая броня есть. Мне кажется, он тоже проорал. Ну да, гонялся за ним как бигер. Там еще на пати-басе был, помнишь? Да, но он уехал в другую сторону, я его развернул. Он решил не ехать. Да? Угу. Со словами, да ну нахуй. Я с такими потом... дебилами в один город не поеду. Толка. Не туда, сэрэм. Есть четверка тебе, если надо. У меня есть четверка. Ой, ну у меня две четверки. О. Будет подчечка на коряк, скажешь. А, я нашел, это не надо. У тебя коряк? Да, фул, обвесом уже. Заебись тебе. Даже глушак есть. Да, вот сейчас вот в этих зеленых ангарах заебись дроп, кстати. Мы вообще норм. Не-не, серьезно. Я знаю, я говорю, что мы норм чуваков поиздевались над ними. Ну, минус два, да, норм. Конечно, жаль, что вот я добил, тут коряк есть надо. Да, конечно. Вот у меня. Сейчас приду. Скинул, тебе не надо. Не надо. А ну, куда? Скорель или калаш? Я бы скорель брал. Ну калаш это такое, ты же знаешь, что он, блин, в конце может зафейпить. Ну, блядь, да. Мне бы какой-нибудь 1x. Метку поставил, да, на коряк? Ну я на нем бегаю. Ну я... Еще не у тебя. Просто поставь метку, я тут пока полутаю вот эту хуйню. Нормально уебал, типа. Угу. Мне кажется, он разочаровался в игре. Кто? Тип тот. Сука! О. Где-то стреляют, так, слушай. Стебусь, так вообще, вот, кстати, просто. Корпус, бля, потратил, просто можно сказать, он сколько, блин, видяху, как у меня, ну, купил слот из панки, это вообще просто. Лучше бы тебе видяху, просто с ним играл. Нахуй она ему нужна. А, я говорю тебе, что ты с ним, чтобы он, ты с ним играл. Где? Нет. Коряк-то у тебя там, в шейке? Ты даже на нем пламекат вот не вылез. Ну патроны на 10 есть, потому что я забрал. Да, есть. На все 10 патроны. Вон там. Где там? На выходе. Справа на выходе. Справа, это лево. Тут еще. Норм. Третий. У меня есть для тебя небольшой подарок. Ой. У меня есть X6, он уже на треке. Не-не. Нет, у меня прицели. Я настроить пускаю. Нет, тут голографа не было никакого. Я вообще не видел. Сейчас без скорости. Бегать с 4x, блять. Я пошел на арену, короче. Mm-hmm. Это сначала вот эту пролутаю. Стадиончик. Блять, меня своя тачка сбила, лол. Иди поднимай, бич. Да иду, чай, я подсечку брал.
Блять, я же ее оббегал, как она меня так уебала? Заделают фары. Не фары, а зеркало. Есть аптеки? Да, одна. Не, ну ты, конечно, вообще пятерок после рей, у меня вообще ноль. Ну, раз у тебя ноль. Нахуй мне 4х. Да я выкину, потому что мне х6 и нафиг мне 2х9. Если этот голограф нашел, пока что. Финати, баш. Еще под щечкой. Это, походу, город коряков. Город коряк? Я мастер йода. Бля, две подсечки настройки просто вообще. Если нашел патронтаж. Я что-то давненько не находил, знаешь что? Полуавтоматическую винтовку. А их очень мало, они типа, знаешь, такие, как бы получается. Редкие. Потестить, походу, их взял надо. Не, они есть, но я говорю, их очень мало. Бля, еще четверка. Вот, просто. Увеличенный бы на сейбе. И вообще обвесы на сейбе. Да, я, не кстати, да. Могу компенс вернуть обратно, если хочешь. Ты глушак нашел? Хоть я дам тебе колбаску на скар. Можно. Два глушака, конечно, то это зажирно будет. Нахуй тебе два глушака. А, у тебя на крюке тоже глушак? Да. Ебать, лол. Тоже хочу. Ищи мне колбаску на коряк. Сразу же колбаску на. Ищи колбаску на коряк, мне тоже. Не нашел, нашел колбаску. Бля, у меня нету ни одного. Нету голографа, блять. Для ближнего боя нет прицела тупо. Это боль. Ну пиздец, еще какая боль, блять. А мы не в зоне, зона идет. Похуй вообще. Блять. Нашел коллиматор. Ну мы еще, я думаю, полутаемся немного. Можно. Я не помню, где я тачку просил свою Феррари. Ты чувствуешь, когда пикап перетолкал Феррари, хотя, знаешь, я по принципу, ведь в реальности в любой игре можно, знаешь, сзади, если ты его заденешь нормально, на скорости. Угу. Зад ему дальше, его должно, блин, по-любому развернуть как минимум. Ну, ты чё меня развернуло вообще, я так орал. Да тут мотоцикл может развернуть, блядь, пати-бас, нахуй. О чём-то. Разработка игры уровень пап. Ну. Физика уровень пап. Ладно, yes. Море, море голубое. О, ебать, коряк. Здравствуйте. Тебя уже можно на море ходить. А это такое. А ты в папку хуяришь, сидишь. Да, вообще. Я бы лучше в папку хуярил, сидел. Да, я так и делаю. Да тут море возле меня не очень, оно грязное. Знаешь, как там, для приезжих, знаешь, кто там приехал отдохнуть, знаешь, еще может быть, знаешь, что море не делать, сойдет. Ага. Никогда в жизни. Ну а так я тебе говорю именно такой. Ну блин, тупо из-за черного песка вот оно, знаешь, не нравится мне. Черный песок? Да, вулканический. Вот, да, тогда это норма. Так я знаю, так он, во-первых, все говорят, он лечебный, но. Это там, знаешь, такое. Цевье попробуй... будет какое-то, спани. И попробуй по нему пройдись, как говорится. А что такое? Ну, черный песок на солнце где-то 55. Ну, летом. Пик. Ты прошел тогда по этому песочку? Ну, он, наверное, горячий, блядь, пиздец. Нагревает тут приступили, что это алло. Короче, из разряда симулятор ада, как я его называю. Симулятор ада. Блядь, что за хуйня, нет никаких примочек. Да знаешь, как говорят, блин? Знаешь, как говорят? Это знаешь, как говорят? Знаешь, как говорят? Поехали, мне тут и по хилкам жопа. Нашел пиццерия вертикально. О, отлично. Сейчас я тут еще этажик. Я надеюсь на третью бронь. Она на меня не надеется. Тоже первая, этот чалик. У тебя первая? Да. Вау, у меня тут где-то была вторая. Первая броня, ты вообще человек, тебе голограф не нужен? Я точку нашелся. Угу. Если нашел патронтаж на коряк.
Ну тут дохуя миников, хуиников, но толкового чё-то нихуя давно уже нету. Да, где мой Феррари? Я вижу только твой Феррари. Ну, бери мой Феррари. Я хочу свой Феррари. Нахуй тебе свой Феррари. Поехали. Ко-ко, зона далековато. Алло, смотри, где она, Нормально, тут ехать хуйня. Первый раз вижу, что зона так падает. Бери транспорт, заезжай за мной и поехали. Сейчас я бинтую. Вертикалку ты мне нашел, да? Мужик. Блять, семерки столько места занимает, это просто жесть. Нахуй, с собой семерки на пескуш. Я взял твой пикап, который коцанный. В котором бенза нихуя нет. Да мы доедем. У тебя много бинтов аптек? Аптеки 2, бинтов 8. Понятно. Короче, едь, бинтуйся. Потом. Пока. Блять, зона упала, конечно. По-пидорски. Да нормально, мне нравится. Почти пас. Это шуба говорит, работа мечты. Блять! Костоправ. Говорит, он был у него, короче, прикинь, чувак просто забыл, что заработал полка. Что бы ты? А, не, я тебя плохо слышу. Ну, я тоже тебя плохо слышу, так что надо. Да. А? Да. Да. Я люблю черные члены. Я согласен. Парни, вы будете катать, нет? А вы их будете? Но мы катаем уже сколько времени, что это пропал. Сколько вы катаете? Блин, уже часа так два. Сколько будете катать? Я не знаю, этот пот куда-то собирался. Почку продавать, это тренер не снимал. Ну... Почку продавать, тренер снимал. О, норм. Новая машина. Стой, да потом. Ну давай садись, блять. А не нари на меня, животное. Ну что ты, блядь, хуйней занимаешься? Ау. Овчарка, сука! Что там? Она неуправляема стала. Гол тут останется, я на мой палец. Вот он тут перебить сейчас, блядь. Тут на масту могут сидеть. Труп. Тихо, труп. Мотак горячий. Но это могли перевернуться запросто. О. Имбовая цевья. Тут X8 есть. Мне X6 есть, не хватит. Тебе пятерки не нужны? У меня 230. Тут кар, еще. Я бы сейчас попробовал.
перевернулся, типа, скорее всего, фуловый, все там, броня, каска. Че, никто не задерживается в зону? Через мост проехать никто не хочет. Бля, увеличенного нет на сайгу. Тихо, едет. Едет, едет тачка, отлично. Блять, что ты делаешь? Отлично. Я ему машину подал. Я ему гранату кинул на ход просто. Я водителя нокнул. Водителю тоже был коряк, X6, калаш. Ну захвати там, ёптать, нет места, откуда? Откуда место-то? По нам работает. По тебе. Спереди. Знаю, так я иду над ними, сейчас попробую найти. Ну типа, ну и ёбнешься прицелов. Крюк сюда, продай бабки свои, видяху подержу. Не пойму, откуда работают. Где-то в конце моста. Знаешь, что пес говорит? Что? А я свою видяху мамке в комнату засунул. Отмат. Слышь, что, зону в ебунях. Давай, слезай с своего моста. Тут чувак где-то в конце, алло. Да похуй, мы сейчас сдохнем от зоны, блять, как бичи. Я знаю, но ты едь, я сейчас скажу, в конце меня заберешь. Ну подожди, он, блядь, стреляет по мне. Ты его вот нашел? Вижу, да. Вот он на конце. На мосту? Не-не, он там возле дома. Сейчас зона пойдет. Я вижу их двое, кстати, они ждут тебя. Похуй вообще. Там зоны. Они с правой стороны или с левой? С левой. Ага, вижу. Убегают. Конечно, убегают, ебать, я бы тоже убегал. У них баги есть, они сейчас уедут. Пусть уезжают. Дал водили еще в лицо, блин, наконец. Я его не нокнул, ты понимаешь, с баги? Нормально. У них с баги, я с коряка в голову. Значит, не в лицо дал. Где там, ёпта? А ты без тачки? Я только бегу, блядь, за тачкой. Пиздата, походу, почему пиздата? У нас мы не успеем, она сейчас дойдет. Успеем, да не будет она сильно бить. Ну, ну сильно, но не настолько. Хочешь, беги так. Ну, заберешь меня по дороге. Ну, чтоб не стоять просто. Ну да, да. У меня есть аптеки. У меня есть две аптеки, но у меня еще там оборудование тоже, конечно, надо. Для зоны, конечно, привет подставим. Вот эти гандоны нас будут ждать. Похуй. Вот это, кстати, фича залазить на мостах, что на старой карте, что на этой, вообще имба. Давай, блядь, телега ебаная. Газуй. Он зона недалеко, успеет. Да, да. Тут еще кто-то приехал. Эти урады где-то нас ждут. Отвечай. Вот так куда-то вот. Остановиться. На, стой. Что? Блядь. Откуда? Ага, вижу. Да, тачка живот моя делает. Просто я рот ебал. Я рип. Блять, ну ты видел, тачка ебаная, да, просто да, пиздец. Просто там у меня, если успею забрать. Вот эти два урода на баке что были. Пиздец, остановились как-то не зря. Лучше мы бы в зону поехали сразу. Бегут. Блять, да откуда он знает, что я там сижу, нахуй? ВХ, как минимум. Блять, ну откуда он знает, что я там сижу? Не знаю. Я его, блядь, не вижу, он меня, сука, видит. Я увидел каску мельком, но я не хотел говорить, потому что это... Да вот, вы смотри, вот, они там наблюдают. Такие еще. Ну мы реально эпично... Смотри, он тупо меня ведет, тупо на меня бежит. Ну, ВХ, рэпер. И хоть, кстати, прикол.
или нет? Ну? Тот чувак, который меня нокнул, он стрелял тебе в голову, попал мне. Заебись. Ору. Он реально целился тебе в голову, ты чуть дернулся, а я стрелял зад у тебя как раз получается, понял? Удачно, блядь, приехали. Давай бабку возьмем. Бабка где то? Бабку выкинул, бабка. Походу, с ТС-ки вышла. А он этот перезапускает, походу, свой дурачок. Пизду, поехали, пойдем подеремся. Надо будет, бля, полмесяца поработать и вообще заебись нахрен будет. Буду себе новое кресло, блядь, купить и микрофон, сука. Хочу себе настольный взять, а то заебал этот дрочек. Полетели в Сосновку. Го. Ты себе не думал брать нормальный микро? Мне сначала надо взять нормальный стол побольше. Что, тебе стол? Да. А, ну я не знаю, у меня получилось. Прям под стеной, понял, стоит, типа, сбоку. Я вообще его цепанул на этот. Ну, над стеной сверху, понял, чтобы он свисал так. Mm-hmm. А то меня наушники достали вот эти с микрофоном, они конченые просто. Постоянно. То ли микрофон нагнет, то ли этот. То уши. Возьму себе какие-то Razer нормальные без этого, без микрофона. И микрофон настольный норм. Я уже даже заприметил 70 евро там какой-то. Студийный. Вон они. Сосновские войны. Я, кстати, ору вот эти кресла трак. Как я понял, вот эти игровые трак рейсинг, или как они там. Uh-huh. Сука, по 30 тысяч рублей, они вообще ебанутые, и чешо. Я тут хотел, знаешь, вот эти здоровые офисные, знаешь, ну, uh-huh. Реально офисные, блин, кожаные белые кресла, 150 евро здоровые, просто тоже с теми подкладками, понял, со спину под всего, блядь. Да они за такие деньги эти кресла сосать должны, блядь. Я вот о том, блядь. Я же говорю, 150 евро, белое кожаное кресло здоровое, на нем спать можно. Там еще, понял, подкладка под ноги, знаешь, типа можно вытаскивать uh-huh. Вверх. Вообще просто. Ну, это ору, реально. Пацаны вообще, ребята. Блять, ебаные заборы, нахуй. Блин, нам сколько? 300 евро отдать за кресло, это такое еще. Это минималка, даже больше. У меня есть юнг, норм. На эти садились бичи. Казарма? Да. Но я уже немножечко есть, только нельзя поесть еще. Ну, нет, по броне у меня вообще. У меня беда. Тоже брони ноль. Медаль печа. Ой, без два. Тут еще юнг есть, надо? Нет. У тебя есть толк. Вторая каска есть. О, отлично. Так, возьму пока себе вторым дробаш. Дробаш зайдет. Ну, это у меня тоже длинная М-ка есть, ага. Тут есть этот ДП. Тут еще не было. О, ДП я возьму. Двойку скинул, если надо. Ну, где каска-то ептать? Тут вторая броня еще внутри, там здание было. Ну, а, нашел. Там я этот еще X2. Фу, не X2, вторая броня, тут X2 чуть впереди. У меня есть X2. Вторая броня тоже есть. А ну норм. Сейчас меня откинуло, и ты через меня прошел, зашибись. Хоть в меня входить. Ну войди же в меня, тут вторая каска есть. Сначала это у меня есть. У меня б не было, я бы тебе не говорил, что там вторая каска лежит. Поблизко. На казармах. Тут два пати всего. Которые нам по щам дадут, по-любому кто-то.
Не на вот этой ближней казарме ко мне. Да, да. В казарме. Да, вижу, на втором этаже. В окне. Какое окно-то? Самое левое, он меня увидел. Вот он, не там. Угу. Терекал. Не вышли, он ушел в сторону. Там их двое сидело. Не знаю, откуда. Они паки перебили. Один спустился, походу. Гранат кинул. Да я кинул, да я кинул. Чтоб попарились, чувачки, не надо. Ты гранату кинул? Да. Слышу, бегает, на первом тоже есть, походу. Нахуй ты этот дым кинул, блядь. Ну, чтобы агрили на дым. Может, думали, что мы в дыму там сидим. Блять, дай, ты, сука! Куда он тут взялся? Я ебу. Как он меня не убил бы. Вообще, походу, какой-то левый. Сейчас я пойду выпущу. На первом бегом. И надо мной есть, где он только что поднялся. Да ну! Как я первый раз не попал, вот эти книги. Как я не убил этого дауна, вот этого вот с ДП, блядь, въебав в него три пули, нахуй, он не умирает просто, блядь. Просто животное зашло. Как он вообще? Как он меня не видел, я стоял по дому, он вообще откуда-то пришел, непонятно. Дрочерство просто. Бред, просто. Можно куда-то попадать, подраться. Заебало это вечное лутание. Да? Да я не знаю, у меня норм. Норма лутаться? Да. Гупи кадр. Гоу? Да гоу пох вообще. User joined your channel. Ты куда проебался, бабка? Это хуйня, блядь, мне кое-что надо сделать. Да. Я могу, блядь. Что за хуйня? Вот пишет, короче, утвердите действия на странице сайта такого. Запрос, решен неправильно, следует отладочная информация. Хуй я там ушла. Ну, что-то у тебя там сложное. Батуха. Или гоу, едем в тюрьму. А едем уже из Пикадо. Пикадо, точно? Я настроил тоже. На эту хуйню прям падаем? Да. Или падаем на домики, а потом туда идем? Листы, Маруся, я сам боюсь. Ну это слишком изи. Ну да. Мы слишком изи для них будем. Но это не точно. Не завсегда ты, Пикадо.
Пикабл. Там летит, наверное, просто целый вагон народа. Как обычно. Ну я уже открыл первый, так что нару. Бля, и чувак уже летит надо мной. Вот, вот этот первый, видишь, что самый спустился. Вообще какой-то четырюга, блин, как так быстро. Не летит на арену хотя бы. Летит. Да, летит с другой стороны. Так, мы сели, зато нас сразу же садят. Волына, приди. Волына не прорисовалась, спасибо. Чувак напротив уже со стволом не собрался. На тебя идет. Он в гранат. Не вижу. Кто стреляет? Ты? Я. Гандон. У меня его друг работает на первом этаже, на втором этаже идет. Он лутается тут. У меня, блядь, бабаш. Вот вижу его, сидит на ступеньках. Где нахуй? А где еще люди? Еще должен быть. Да вот это не тот меню был, у меня другой сидел был. Под собой был. Двое. Заебись, а как он меня с пистолета в каску, блядь, убил? Он тебя казнил просто. В голову, в лицо, в морду. Бабка, ты играешь, не? Да не играет бабка, у него там траблы, ты же знаешь, блядь, ты же слышал. Чё? Чё? Там заработало у тебя, нет? Не. Попробуй без VPN-ки. Включи VPN-ку. Пиздец, просто в голову мне дал, нахуй, и все. Включай VPN-ку и погнали, достал. Давай, я как раз постую, сейчас бабка зайдет. Так вы же там сосете. Так мы уже слились. Я пойду мороженки себе наложу, блядь. Микрофон мьютед. Когда бабка запустила своего кремли-бота. Уровень польского дна. Я выебу тебя. Что это было? Я вылетал. Ты уже залетел. Сплю. Да ладно, тебе даже не хочет залететь. Нет. Пидора, ответ. А-за-за. Миша, есть кто-то плюс? Он, походу, по телефону пиздит, как ты. Он замороженный пошел. А-а-а. Бля, я сегодня 1,5 миллиона потратил, блядь. Чтоб починить. А что, тебя бабка возьмут? А? Я догадаюсь, тебя в конец возьмут. Нахуй мне тут конец? Там укреп и плюшки 3 раза в день везут. О,
это много решает. Ну да. Там же явка нужна, ну ладно. Да, там не надо. Там этот, они собирают данного клана, но там есть спонсоры, так что они быстро наберут, и ювелир не даст тебя кикнуть, а за-за. Ну ты понял. Я договорился. А жаль, что ты сказал? Я сказал ювелиру, бери бабку, бабка топчик вообще. Нажрется и завербует тебе весь клан. Где он поражал? Да нет, он говорит, возьмет тебя, у тебя топы есть там как-то нормально. Целители укрепы покатать по-любому. И на ГК любил покатать, а мне норм, пацаны. Когда там очереди сидели. Очередь сейчас все брали бабку, и она... Шо, Миша вернулся, ты захочешь бабкой хине? Да, 5 секунд обнул. Ебать, ты свинья. Это не я. Угу. Вообще-то. Вот бабка. Угу. Бабка есть, можно не поесть. Блядь, бабка, спайдер, бабка есть, Миша, кто-то четвертый, вообще любой? Нет. Хочет кого? Нет. Хуёво. Вон, зрители берите. Да я не стримлю. Можно позвать от этого пиздюка с макросами, если хочешь. Но он в КС-ку играет. Да, это не точно. Угу. У меня никого нету, блядь. У меня одни бичи нахуй с ними. Запускай стрим. Ищу четвертого там. Ищу? Ищу. Если я так напишу, мне ты сам забрал. Ищу. Слушай, сука. Наташки занят. Да как все, сбивай. Короче, папку выкидывай в окно сразу же. Наташке ему звонит. Я че в конце? В конце единичка. Я Миша писал этот. Как там? Самому твоему любимому игроку. Его так любишь вообще просто. Он. Корней. Кто я? И Корней написал четвертый мутеж, Корней не в сети. Корней нет, Миша не слышит. Ну чё, мы едем, не? Миша слышит, Миша не говорит просто. А это Миша звонил? Мне, конечно. Это Корней звонил. Корней звонил? Раз Корней. Сейчас, подожди, блядь, у меня же не ваши компьютеры, как вы не можете понять, блядь. Вам не нужен четвертый, потому что я через катку отвалюсь. Вообще нормальный потом. Наташка? Угу. Пизда, Алис. Угу. Ого, топчинка. ФПС, ФПС, туда. Ебанулся, что ли? Ебанулся твой компьютер. А ты на фул минималках играешь, Жек? Я разрешение поставил минимально. Ну похуй, а настройки. Так, что-то там, где-то больше будет. Там бабка пес тебе советует этот, короче. Я ему спросил, не хочет он тебе свои видях отправить, он говорит, что он мамки его всунул. Жопа. Да как-то звучит двусмысленно. В ком. Он говорит тебе, чтобы ты почекал на вид, он говорит, там такая, как у него, вот это была, понял? За полтора куска можно забрать с руками. Тебе еще поцелуют в жопу. Я в них не шарю, придешь, блядь, сунешь в кому, у тебя нахуй взорвется, блядь. Да нет, так ты покажи перед тем, как брать, я тебе скажу, стоит ее брать или нет. Готов. Я тебе могу, скажешь, кинешь Авито в Москву, я тебе скажу, какую выбрать нормально. Мне скажешь, точнее, как сначала, какой у тебя ком, процессор, блок питания, а я тебе подберу уже там. Потому что сам прикол может быть, тебе эта видяха подойдет в ком под прос. Ну у тебя не хватит энергии от блока, чтобы тащить. Да ладно, если у него хотя бы 400-450 ватт, ну там любая, блядь, влезет. Ну мой, кстати, 350, ко мне не тащило, 250 уже. Бред, 1060 ну, пишет 450 ватт вообще с головой. Это только на витяху, Миша. У тебя ж комп не только витяха юзается. Да ладно, какую только витяху вообще советуется вместе со всем железом 450 ватт, не меньше. Это же я не знаю. Меня я рассчитывал... Везде на сайтах, где смотришь, там написано. По расчетам вообще, ну именно что считает это все. У меня минимум надо было 550.
под мои характеристики, те, что я хотел, вот 250, 7700K, короче, вот, и бла-бла-бла. Да мне похуй, у меня 900 ватт из меня придет. Ну, или 800, блядь. У меня 950, лол. Мне можно в слае, блядь, 2108 ставить, вот, мозг вот, не вот, то же самое. И у меня есть, кстати, я вообще его по дешману душный взял. А я его взял, блядь. Можно было нахуй в то время 10-50 тебя взял. Сколько? 100? 20 евро где-то. Я 70 дал, что бабка рожает. Анекдот. Ебись. Ну, вообще нормально. Ну, своей Валде. Ты ржал, Фаль? Угу. Или стал, да? Ну, читай давай, что ты ржешь, читай всем. Подожди. Мы прыгнули вообще. Мракобес бабка. Летит орел. Из жопы вылазит Глис и спрашивает: шеф, на какой высоте летим? А, я это слышал. 10 тысяч над землей, Глис. Смотри, не обострись, сука, а то экипаж волнуется. Такой древний анекдот, бабка, как ты прям. Блядь, я не слышал, ебать. Я сегодня этот новый контакт. Поставил мороженку на системник, пусть немножко подтает, блядь. Но. Меня вообще не греется. Не, у меня тепленький такой, но адекватно. Я говорил, видел сегодня на записи, с ней тоже типа юмора, ебать. Эх, тебя сел, Миша, надо. Я вижу. Короче, весь Советский Союз раньше шел над Вовочкой, блин. А теперь Вовочка ржет над всей Россией. Он сел в этот трехэтажный. Я видел. У меня свист сел. Аккуратно, чтобы он ты не поимелся в жопу. То я знаю, как это бывает. Да нихуя нет. У меня обрисовка стоит на максимум. Ты заебал пиздить, блять, рили нахуй. Ты и так убьют. Балны. Да ты, блять, заебался своей отрисовкой, да всем просто похуй, понимаешь? Неправда, бабки не вообще поебать. А, не ной. Ау-ау-ау-ау. Где-то ни одного ствола в доме. У меня бабка чувак с дробом здесь, не знаю, есть что-то? Пистоль. Ну не бейся. Я не вижу, на каком он этаже, и ты смотри, чтобы он не выпрыгнул. Ну в первом дрочит. Блять, не пугай меня так. Дай первый. Хоть юзик, блядь. Сейчас бы ни одной сумки не было, блядь. Сейчас бы только арбалеты были. Чё у вас там, типы? А, да, тип есть. Вышел в окно, он на нас может идти баб. Кнопку. Кнопку зажимаешь, бабка, у тебя фонит сразу. Это тело в окно выходило аккуратно. Шли дальше. Мать. Да. Если к нам, Миша, собираешься, аккуратно. Вы мне скажите, где были типы? Ну, первых двух вот этих. Я не знаю, куда он выбежал, там окно разбилось. И куда он делся, я не знаю. Красава. Вообще. Смотрю, глушак насосал уже. Кто-то возле меня ходит еще. Иду, жди. Рабаш перезарядил. Так у меня вектор, блядь. Пошли поддержим, бабка. Ну иду. Где-то возле дома.
дробышом. Вижу его. Где он? Я его сейчас там жди. Ну где он? Перед домом прям? Шапку дал во вторую. И где он там же сидит? Вот ушел за туалет, спрятался куда-то. Может в дом зашел. Или под стенку. Он в доме, похож. Блять. Сори. Моя броня. Твоя броня. Подними. Еще какие-то уебки едут. Он остановился, лол. Блять, он там вообще... Бабка, стреляй, ёбаный в рот, блять! Кинь бабка, Миш. Он один был? Да. Ну чё ты меня не понимаешь-то, алё, блять. Сука, этот, блять, лутает, блять, пидор. Ты так, если твою потом... Нужна аптека. Тут есть аптека в чуваке. Нужна броня. Ну спани её, принеси. На, бабка, на. Есть прицел такой? 34 бабки я дал. Ну мне похуй, мне и так вектор. А не было там брони никакой? Тут есть чувака убитая третья. А, заберу. Тут у меня вообще нету никакой. Так, ПП будет у кого-то, скажите? Пятерки есть у кого-то? Хуйня вообще. 50 штук тут. У меня, блять, 30, ёпта. На два ствола. Норм, иди сюда, бичоныш. Два бичоныша, иди сюда. Ну, глушитель ПП есть. О, возьму, на тебе, бабка, глушак. Глушак, а пламекас, на тебе, Миша, компенс. Сейчас тут миник возьми. Заебись. Где глушак там? Глушитель ПП там, в трупе. Это труп? В доме. Что ты хотел мне дать? Пламегас, вот он валяется, вот он валяется, вот он валяется. Дай пятерок. У меня всего 50. Ой, блядь. Сдать? Да. Блядь, мой твой телефон бесит. Заебал, пошел нахуй. Где те ублюдки? С горки, с горки, с горки, с горки. Я вижу, вижу. Ух ты, блядь. Не с горки. Ты сейвишься? С горки, блядь. Да не с горки, блядь, он за деревом. Один сидеть. А, это с двух сторон они. Ну да, они двое. Один на горке, один за деревом. Да, 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 да. Бля, я ему дал по голове, Миша, он на деревья. Блядь, да пошел нахуй просто, блядь, бичи-бучи. Я одного там нокнул, а второй я ебал меня. По голове накидал там с вектора вообще. Не, хуй его знает, я в него пострелял, он не упал. Ну, как боцы, конечно, встали, когда всех перевалили. Кинули слишком долго, дрочили там. Сколько у кого монет? Где-то 4. 8. Каких монет? Ну вот таких, пабыковских. В ангаре что ли? Да. Хуй его знает. Где тоже 4. Я покупаю ящики, потом периодически открываю их. Ну я с ключами не покупаю. Я жду сейчас новые должны выйти. Следующим патчем с картой. Ты лучше придержи, Миш. С чем? Ну, с новым патчем должны выйти новые сундуки прыгать. Жди их лучше 1000, там 20-25 насыграть, чтобы сразу повыкупать, понял, максимум. Типа до 12 тысяч закупить сундуки и... Бля, ну я поржал, конечно, когда увидел, что не собирается ВК сет добавить. Блять, мы уже летим, а у меня еще черная опись.
упал сюда где-то. Из эльфаза. Ты бы мог, ты видел, как мы с Мишей чувака загоняли по городу на машины. Это был эпик. Где хатика, бабка? Не, пока не видел. Это у тебя, походу, было. Посмотри сзади. Да вот с вами три типа летят, блядь. Да-да-да, я вижу. Ну, у меня вижу, есть тачка. У меня есть тоже. Впереди. И на нее типа падают тоже. Ты не налетаешь, планетай. Главное, что бабка сейчас не поимели. Бабка в теле. Бабку тебя взять? Угу. Попробуйте по дороге, мы их пичей еще поймем, тут бегать по дороге. В три его, бля. Миша, вот, дави, он сзади, за камнями. Там еще столбом. За каким столбом? А, вон, вижу. С двух сторон был. О, заебись. Поехали, поехали. Он выпрыгнул. Ладно, похуй, все, поехали, Вальпоза. Драка, драка. Давай, переворачивай. Бля, у меня аж зуб залагал, нахуй. Бабка, блядь, сидит такой пассажир, нахуй, сзади. Там спереди еще тачка едет. Ну они Монтанео теперь. Ебать, она шпарит, конечно, 150. Я вас даже догнать не могу. На шипке. Ценный гимн. Сами мамка. Нет, они в Эльпозов. Я говорю, те, что за мной, я не знаю, они за мной поехали, хотят походу допустить своего друга. Залтайте где-то, Миша, впереди, передо мной ствол, и я их тормозу с собой. Уйдете. И вот катят. Бля, да нет у них хуя. И они остановились. Они остановились? Да, они куда-то там остановились где-то. Перед нами машина тоже была, смотрите, учтите. А, вон едет какая-то тачка. Они по полю уехали. А, ну да. Ну все, значит, лутаемся тут. Я довольный, я чувака задавил, мне норм. Я просто меня, поорал. У меня аж привстал, блин, вот это. Жаль, что второго не получилось задавить меня. Я не успел подъехать, у меня машина медленно стартует. Тут вторая броня, Жек. Женька, тут машин пиздец в городе, штук 5. Можно будет каждый на свои уехать и что-то закрыть, короче. Дорогу перекрыть, как минимум. Нужна каска. Дорогу покажешь? Что покажешь? Дорогу. Жопу, ёпта. Жопу покажешь? Лапка, жопу покажешь? Волосатая. Бля, я мужские особо не наблюдал вообще в жизни своей. А, так ты же не служил. Лау. А ты служивый, баб? Конечно. Ну, я помню, как ты мне по пьяни рассказывал про свою армию. Это одно из первых наших знакомств было. Да папка кому что только не рассказывал в этой жизни. Да, я тогда уже пил. Ду. Мне кажется, ты родился и пил. Кто окна разбил? Я. Разве не? Я думал, ты родился, сразу пил. Нужен икс на коряк. Папка с бутылкой рождается.
На бутылке. На бутылке, я не знаю. Ну шуба горит, бабка, твоя мамка попутала. Просто она тебе вместо бутылочки с молоком дала бутылочку с виски. И тут понеслась. Сказал, шуба хамурит, блядь. Ага. Еще хуже, алкаш, блядь. Не пьет. Ин. Ты кодировал какую-то? Ну да. Ты стройку лутал вот эту? Не, он к негру ходил. Вот лежит на стройку. Пошел нахуй. Пошел нахуй, наша стройка. Наша, кстати, большая проблема, что мы лутаемся каждый где кто хочет. Знаешь. Каску ну, кто-то да. Где-то увидит вторую, скажите мне, плиз. У тебя есть сковорода, и ты скажешь мне да. У меня есть сковорода. Сковороды нет, то нет мой ответ. Нет, то нет пидора ответ. Лол, блять, микс 8. О, заберу. Я так же скажу. На мне эмочка топовая. Да. Без пулек. Да у меня свои есть. Норм. У меня уже миник почти фуловый, только надуло что-то навесить. В этом это. Это не дашь X8, Жек, на коряк. Ну да, я же, блядь, не снайпер, нихуя. Жека. Снайпер все-таки, нет. Я тебе бабка X3 там хочешь? Есть вертикалка. Возьму. Каску бы найти где-то хоть. О. Бич, бля, дал бы хоть подержать 30 патронов. Где это? На, 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 на. Скину. Вертикалка где? Хоть он меня спрыгнул. Из соседнего Жека мне звонил какой-то Жека. Типа смешно? Типа да. Тут СКС стоит. Нужна СКС, когда есть коряк. Взял подсечку на коряке. Все. Голограф кому-то нужен? Бабки, наверное. Бабку нужен голограф? Вторая бронь на меня. Броня. Да. У тебя что за стволы? Меня? Да. Юзик и дробовик. У меня есть, короче, для тебя этот увеличенный быстро на ПП. Сука, как же оно? Тут еще есть второй этот. Бронь, две вторых. Второй каска нужен. Ой, второй каска в твой рот не влезет. Что, блядь? Ча? О, я каска. Юзик есть, бабка твой любимый. Тузик. Компенсатор, сэр. Заберу. Калаш, калаш. Калаш нужен? Нет. Иди сюда, бабка, на. А у тебя УЗИ же, да, бабка? У меня Томик. Иди себе УЗИ возьми. Фу, какой нахуй Томик. Возьми себе лучше ЮМ, блядь. Дай мне полет. Компенс. Кто-то Мегана. От лишних. Ты бабка ручку на УЗИ не взял. Кто стреляет, блядь? Увеличенный быстрого доступа не взял, но ты вообще мудак. Для чего? Ну для Томигана он, во-первых, подойдет, как минимум. У меня есть. У тебя быстрого доступа? Похуй какой. Если быстрый доступ, он быстрее заряжает. Тут бабка вверх. Не хочу. Хочешь? Он нет. Лучше, кстати, фуллобесом он лучше любого. Ну нашел. Цевья есть. Глава. Купу я нашел. Далекие времена, когда мир только познавал папк, где-то бабка с юзиком бегал. Пап, какой юзик? Играй жестче, блять. Возьми калаш нахуй. Бля, бабки эмочку надо брать какие-нибудь. Калаш это для бабки, это хардкор. Есть вторая каска на мне, надо кому? У меня есть. Я только что нашел. Есть еще один для бича какого-то, компенсная. СР. Не нужно. У меня есть глушитель ПП. У меня есть глушитель на твой юзик, бабка. Дай, бабка. У меня тоже есть глушитель.
Не нужен тебе, значит? Тебе компенс не надо, да, Миш? На сайгу? На СР. Не? Ох, он мне нужен. Я выбрать. Под щечку надо? Да, под щечку оставь. Бабки там еще моют с 8. Ты далеко, блядь. Боже, этот котлован вообще. Вот тут с карами есть бабка. О, да. Жопа эмки. Жопа эмки есть? Нет, я сам ищу. Зона ебаная. Чё по хилам? Боль, 10 винтов вообще. Точку, точку тут спаните там, плюс. Точку. Давай, пап, иди сюда, на котловане лежит. Иду, иду. Валим в зону сразу. Папка, есть, у тебя же 2 пп, да? Нет, 2 пп. У меня есть глушитель для тебя тоже. Не жди, что ли? Да, в котловане. На машине, не жди? Да, 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 на машине. Жопа, эмки. Да ну нема, шо? Жопа, эмки. Я только одну нашел. Я дам, блин. Отлично. Вообще. I love you. Значит, я у тебя заберу жопу. И заберу все 8. Могу поделиться патроны никому-то пятерок, если надо. У меня 220, мне хватит. 40 на 360. И точка нужна. Есть точка. Отлично. Все. Значит. За точка есть и точка. Где тачка, нам пора валить. Я собран. Тут тачек дохуя. Бабка вылетит, не сможет. Изи. Чекай. Я только 20 бинтов нашел. Спасибо, игра. Хоть одну бы аптечку. Кто? Я. Зачем? Потому что мне так хочется. Ёбак. А колбаску я хочу. Бамикан, СР, надо? Да. Чем тебе, блядь, планет не нравился компенс? На СР. Не нравки. А где бабка? Вы там не устали? Я? Нет, я сейчас поеду. Забери бабку. Бабка, выбегай из этой ямы, блядь. Иду, иду. Я патроны брал. Я тут аптечку выберу. Нихуя нет, тут все идет. Давай. Ламигаз, подсчетчика. Тебе увеличенный СР нужен? У меня есть все. Точку дай мне. Ты скинул там все. Где, блядь? Не скинул ты тут точку, алё, бич, блядь. Я скинул точку, алё. Нету тут точки. Иди тут смотри. Надо, если текстура упала. Ну ничего не упало, а точка упала. Я не знаю, я тебе говорю, я скинул и точку, и все, что было там. А, ладно. Все, хорошо. Щечку, я понял, все, отстань. На, перед машиной ставлю. Бинтов нету. Блять! Лол. Сука. А чё он не сбивается-то, блять? Жека, блять, хилься. Хилься, бабки, бинтами. Блять, я никогда с вами не могу похилиться. Тормозни, пускай захилится. Сейчас в зону приедем. Сейчас мы не успеем. Дайте бинтов, есть бинты? Блять, она опять едет. Блять, она опять, сука, меня сбивает, блять. Забери бабку. Жека, тормозни тачку-то, блять. Хули ты лазишь? Похилься быстрее, иди. Списки.
Ёбаный ор, блять. Блять, это простая зона идет. Ну, зажри аптечку, что ли? Может, не? Блять, я проорал, просто отвечаю. Заебали меня эти транспорты, которые едут. Ты чё аптеку не сожрал? Жека, блять! Ой, догоняй зону. Да, по хилам, кстати, боль вообще. Где-то там остановимся, может что-то зайдем по хилкам. Тут вот она. Конечно, вот она. Опа, там тачка. Вот там машина задает. На, бабка. Ведь от души оторвало. Где-то тачка была, ехала. А, вон едет пати-бас. В домике. Заехал под нами на 55. Вот тут, блядь, о, вижу их перед нами. Пиздец-то как? Снимай, бабка. Они стоят. Идут пушить. Играют. Да-да, пушат. Бабка, поднимай сразу же меня. Бабка, хилься. Бабки нечем хилиться. Ну куда ты ползешь? Я стою, блядь. Пушат, ты хуёво. Вот это хуёво. Пошёл нахуй, просто пидор с вектором. Вектора ублюдок просто. Пиздец, у нас не, сука, мы весь город залутали, хилов вообще просто огонь, блядь. А, блядь. Я, сука, за всю катку 20 бинтов было, пиздец, и все. Вот ты стреляешь, Олег. Он в тебя тоже напихивает. Двое. Почему ты не уходишь? Так я лег. Когда ты лег, когда тебя нокнули, блядь. Когда у тебя вообще хп не осталось, когда в тебя, блядь, три раза попали, нахуй. Я просто стою, смотрю на это, блядь, и понимаю, что ну охуеть. Чувак, блядь, стоит, стреляет, в него стреляют трое, блядь, Рэмбо нахуй. Получает в ебло, блядь, и дальше стоит, стреляет. Давайте от первого. Да какие нахуй от первого? Пизду, успокойся. Вспоминается то, что вы говорили так. Прикольно, пусть вспоминается. Какой нахуй пак, а третьего не торт. Угу. Вот, Жека, если мы сосем вот так вот от третьего, как мы будем играть от первого, как ты думаешь? Кто-то ближе, мне кажется. Хочешь сыграть от первого? Нажми буковку В и играй от первого. Все. Че? Подъебал. Дело не в этом, блин. Ну я как бы не подъебал, просто ну рили. Ты думаешь, что-то изменится, Евгений? Да, думаю, да. Ты ошибаешься. Уж я от первого играю не лучше, чем от третьего. Это я тебе честно говорю. С первого сложнее, ебать как. В том-то и дело, что с первого сложнее. А что случилось? Че я бы через карту полетел, алё? А, можешь выходить. Я тупо полетел через карту. Ну, вот никуда не выходи, никуда не выходи. Без самолета. Тебя в конце выкинет. Заебца, ну летите в конец тогда. Ну, в жаркий летим и все. Это пиздец, я тупо там. Я был F, кстати, на карту. Причем очень быстро, да? Да. Меня, блядь, в море куда-то откинуло. Это помню? Да, у меня было такое, еще на тестовом даже. И что мне делать? Да ничего, в конце тебя выкинет с самолета. Ведь я могу F, кстати, на рейд, походу. Не можешь. Можешь нажимать, но тебя не выкинет. Сука, вот это ор просто. Ладно, я давно в жарком не был. Да ПК-шару подпихаем, я поеду.
Угу. Эта карта, блядь, закончится, как сколько я может квадрат ебаный клич. Самолетик, кстати, ебать. О, я лечу с вами. Есть живые. Два склада. Куда летят? В жарки. Мы не в жарке летим, мы сюда в домике, потом в верхний пойдем. А в кашера есть? Я не видел. Они все двигались. Да, первый раз такая хуйня лотрили. Не, у меня такое бывало. Да. Сколько играю, но это нововведение, походу, в PUBG. Посмотри на карту в режиме спектатора. Да. Блять, самый ебаный. Тихо. Пистоль нашел. А это бабка, блядь, бегает. Ну хуйню, блядь, пока зарядишь, это пиздец. Ёбаный Валера, блядь. Тёлка забежала в дом и убежала. К тебе в дом? Он уходит, у меня нет стола. Можешь покидать по нему. Куда побежала? Вон передо мной. Иди за ней. Ты синий же, бабка? А? Блядь, это да, какая-то да, бабка да, карма, да. Ты в курсе? Это вы уже работаете? Да. Да. Я не вижу ее. Я вижу за деревом. Да, да, да. Азимут. Три топора. Н. Я на бабку, а вот вижу от нее. И сюда, подруга. Ты ее хуй догонишь, блядь. Она съебалась. Да ёбаные, сука, хуйня. Я тут был уже, волк. Ну её походу там вот и истребили. Только на втором этаже не был. Пиздюк, блядь. Это два ствола, у меня вообще нихуя нет. Прикольно. У меня один Валера. Уже жопарь пошел, тачка ездит. Ну на двухместном. Едьте. Бабуин, иди сюда. Я там лутал. А? Я там вижу. Лутал. У меня тоже болеет. Угу. Едьте, едьте в верхний жопу. Куда ты бежишь, Алёна? Дован. Подъезжай, блядь, сюда. Ты сядешь, не? Тебе Олег не рассказывал, как мы это посвящали его в казаки? Да иди нахуй. Кого? Олега? А, да, рассказывал. Знал дебилов, но вот таких это вообще просто. У тебя скоро новое посвящение будет. Ты батька будешь атаманом. Ты смотри, я тебе еще, бля, как в ебу нахуй по твоей лысине. Жалко, у меня нету мачете. А, бля. Так для бабки это смешно, блядь. Ебать своему на пол хп, я думал, мне какой-то снайпер въебал, блядь. Он ржет, сука. Бонус, скорее. Бабка инфу дали. Что он тебе не поможет? Но это не точно. Это точно.
Нет. Да. В туалете лута больше, чем в домах, нахуй. Лут вообще странно как-то раскидан, вообще пиздец. Ога. Нибудь. Пистолетов миллион, блядь. Вторые каски, броники там будут, говорить, метки ставьте. Скажи, не молчи, что любишь меня. Ой, ебало, завари. Охуел, что ли? Перец хуя, блядь. Ебану тебя с калаша, нахуй. Уу. Бас 17. Не пей, нахуй. Броня вторая не нужна. На ПП что-то нужно кому-то? Ну, это бабки любимый ствол. О, у меня тут ДП есть. Нет, и тебя. Ну, я, пожалуй, пас. Упор. Упор для большого члена. Это ему сарки ебучие, нихуя нет. Угу. Порезали, сука, все животное. Ну там особо никогда нихуя и не было. Омегас Айр я сам могу кому-то дать. Бабки дай. Ну есть. Даже у бабки есть Омегас Айр. Я выкину, да, потому что. Опа. Пострелял. Тут окно разбил, да? Стрелял. Где-то слева. Ой, не слышал, что я слышал, что стреляли. Бабка, не у тебя там стреляли? Ну, бабка, наверное, стрелял. Как не всегда. Я. Это не я. Не я. Это не я. Не, ой, не точно. Не я. У меня вторая каска есть в мусарке. На третьем. Знаю. У меня вторая броня тут есть, да. Надо? Да. Желтенький, да, не надо. Нет. Желтенький. Да. Я за дропом понаблюдаю, летит над нами. Ну, почти над нами. Кидает не над нами. Ну, я сейчас смотрю, куда он его кинет. Ну это жаркие, походу, там работает. Блять, только не кинем жаркие, аля. Лоу, блин, блин. Лоу, бля. Я не знаю, я не видел. Он или в начале кинул, или кинул. Тело у меня. Ёпта. Живи, спрячься там, пошли, Миш. Ёпта. Ёпта. Пиздюка. Бабка против... Кладом. Или тачку еще. Где он? В упоре прям, Жака? А? В упоре прям? Не-не, через три дома. Едут еще. Ну только отходи, блять. Не дерись с ним. Отойди, уходи оттуда. Возле меня тачка остановилась. Сейф уйдешь? Уехали все. Бля, говорил ему, сука, не подходи к нему, иди, блядь. Что за упертый, блядь? Папка, не ползай, я иду. Где он?
дом заходит. А не ползай, говорю. Ты как, блядь. Это с моста уже ёбнули. Мосту есть. Куда дом заходил? В том, что ты? Тут дохуища, кстати, ребят. Два склада. Я иду к Мише, я рот ебал. Все с бысточкой бегать, нахуй. Кандон с высотки по мне хуярят. Средний. Из окна. Откуда-то. Я в сейве пока что. Но это не точно. Ебать меткие просто. Установ прицела есть. Он куда-то правее. Надо не забывать, что там на мосте пидоры еще есть. И они остановились, ёбнули и убежали. В доме вот перед нами, который в высотке. Средний? Да. Ебать, он тебе писает. Я не вижу, с какого этажа. Я слышу, но не вижу. Это последний этаж, блять, бля. По-моему. Или нет? Он метко, просто я ору. Я не вижу, с какого окна даже. Каска просто в силу ушла. Я ухожу. Вижу, пошел к нам. Конечно, пошел к нам. У меня, блядь, ни одной аптеки нет. Вау. Там вон второй ползет. Второй через дорогу. Вижу, вижу. Один возле меня под стенкой, бля, граната была бы его дома. Ай, блядь, я хилюсь, Олег. Угу. Я тоже, я тут на крыше и осталось, пошли не нахуй. Они, походу, в твой дом пошли. Да ну! Я рот ебал эту игру. Живи, блядь. Я просто не вижу откуда. Один у тебя под домом? Я слышу. Какие все, блядь, метки. Вот этот, сука, под сидит там под забором слева. Не вижу откуда. Я тоже не могу понять откуда. Где-то за домом вот этим, чтобы ты был. Я ищу без шапки. Я ухожу назад дальше. Хай. За тобой. Вот первую каску найти хотя бы здесь. Кстати, не в зоне, это хуёво. Явно какие-то ВХшники просто. ВХшники просто это нормально играют, и всё. Никакие. Вот тут первая каска есть. Тут не было транспорта? Я на баке приехал в этой мусарке. А его типы не забрали? Я не знаю, надо почекать. Едет кто-то. Так пидорас. Пиздец, сука, 12 бинтов потерял. 5 бинтов. Знали? Конечно. Глушительно плаша, заебись. А у меня на минике даже прицела нет, блядь. У меня точка тоже. У меня еще одна. По мосту поедем? Нет, вот так поедем.
че без брони. Блять, ну что это вот, скажите. Вот что это, блять? Как это вообще возможно? Ёбаный насос. Конченная, блять, игра нахуй. Ты с полом в руках ловишь. Не хочет идти так. Пошел. Ор просто, блядь. Пизда. Ор, ну то тут есть дача. Можно тут подлутать, малёха. Угу. Ну мы близко от зоны. Но эти пидоры по-любому нас ждут. Да эти пидоры хуй по-любому на нас забили. О, да ну, блядь, так стрелять так метко, это бред просто. Просто прицелы есть, что бред. Просто типы нормально стреляют. ВСС у меня тут есть. Да. Заберешь, да? Да, у меня только один стол. Если что-то надо, мне есть ручка там, блин, в плане газы. Точка, точка мне нужна. Есть точка. Есть, да? Да. Ты мойку лутал? Да, там ничего не было. Тут вторая каска есть, коцанная, моя. Третью нашел. Ага, блядь, четвертую. Давай сюда, давай точку. Увеличенного нету на сайгу? Нет. Таска, конечно, вообще просто. Бля, к есть. Блять, да что за бред, ебаный. Без погоды. Я нашел для тебя оружие смерти. Какое? Арбалет. Здесь. Будешь брать? Нет. Что там? Прицел. Нах, тебе прицел, если у тебя ВСС. А у тебя что? Миник. Ой, ой, Скарел есть. Скинул четверку. Эмочка. Ничего. Пулик много? 30 тут есть. Ну, 30. У меня мало пятерок, сука. 5 дымов, нахуй. Мы не в зоне, кстати. Не, мы в зоне. Я увижу там чуваков. Где? Напротив нас дом, на крыше чувак подворился. Это здесь парень, чтобы нам стреляли, чтобы обходили. Угу. Хочешь миник? Я бы с ВСС-кой побегал. Я уже играю.
бегает снизу, они вот этот дом внизу летают. Да я понял. Всем складом. Один за бочкой сидит. Один на втором, один в третьем. Две машины вправо уехали. Боже, как она тихает, криво. Чуть-чуть под зону. Угу. Обязательно. Окей, ладно, да. Ебать, они меткие тоже. Я же тебя отнял, я там напихал своих чуваку. Здесь тебе выпил. С навесом видел просто это. Знаешь, какая-то Робин Гуд, блядь. Смотри, вот он кидает с автомата просто. Я ору. Как бы да. Может больше не кидать. Пошли нахуй. Урон, блядь, то, что нам на них бежать, это вообще пиздец. Вообще похуй, что нам на них бежать, вообще поебать. Вот такой союз, блядь, нереально. Да ну, я рот ебал. Он меня сам кинокнул, ты понимаешь? Просто бред. Ты в сейве? Да. Почему бред? Что такого? Я ему кидаю, у меня патроны не долетают. Я хотя бы на максимум беру. Он просто попадает в голову каждому. Вот тебя снаряд падает в камень возле твоей головы. Как нет, вы, не возле головы. Аптечка. Нету. Пидорюги. На балконе сидит. Да ладно. Не пожалуйста. Ты хоть в кого-то попал? Да. А это по тебе еда. Ну, по ним походу кто-то ебашит правее. Тебе хуярят. Они по мне. Да. Хуевшие просто бледоиды. Ну пиздец, ну как? Я расстакал вот этой игре просто. Сейчас меня зона шлёпнет. Сейчас бы таким метким быть, как мразь просто. Сейчас бы быть мразью вообще. Как мразь. Не, ну ты посмотри, как попадает просто печара. Last Dean вот сейчас сажал и все, гг. Да пошел ты нахуй, ебаный ублюдок, блять. Просто пидоры, блять. Они еще когда по бабке стояли, они как-то метко попадали, блядь. Когда мы там бабку стреляли. Да бабка вообще мудак, говорю ему нахуй, не стреляйся с ней, уйди, блядь. Ну, нахуя, блядь. Просто бесит, я ему сейчас рэп откинул. Я тебе отвечаю, он не чисто кидает. Он еще вчера, кстати, там... первый раз видел, когда повтор смотрел в смерти. Когда четко бегает горизонтально на прицел. А еще они тебя разваливали, Миша? Сикс 2. Прикольно. На таком расстоянии попадать в Сикс 2, пиздешь просто. Почему? Вот рили. А? Почему? У меня X4 стрелял, блядь. У меня чувак убивал сейфом. У него тупо все в голову. Изи просто. Меня с X4 убивал, типа. Все, я лиф. Смотри, язык не сотри. Обязательно.